Уважаемые коллеги, итак, мы с вами начинаем нашу сессию «Общие проблемы вирусных гепатитов на пути к их ликвидации». И с большим удовольствием представляю Михаила Ивановича Михайлова «Прогресс в изучении и профилактике вирусных гепатитов». Пожалуйста, Михаил Иванович. Здравствуйте. Еще раз. Вы знаете, мне выпала такая честь начать нашу конференцию с очень общим докладом «Прогресс в изучении и профилактике вирусных гепатитов». На протяжении этих трех дней мы с вами будем слушать очень интересные доклады. И, конечно, здесь в одном докладе вместить всю информацию, которая есть по вирусным гепатитам, которая появилась, практически невозможно. Я хочу сказать только то, что мы на протяжении вот этих 26 лет, как проводим конференцию, заслушивали очень много докладов, были выдающиеся докладчики. И смысл моего вот сейчас выступления заключается в анонсе, может быть, некоторых материалов, которые будут и наверняка будут повторяться, и я знаю, вот наша группа будет представлять результаты, но в более расширенном варианте, а моя задача дать такой обзор. И, конечно, мы с вами все помним и будем говорить сегодня о пяти основных гепатитах, которые вызываются различными вирусами, и РНК-содержащими, и ДНК-содержащими, имеющие разные механизмы и пути передачи возбудителя, разные варианты с наличием вакцин, без наличия вакцин. Вот гепатит А, гепатит Б есть вакцины, гепатит С нет вакцины, гепатита Дельта нету, гепатит Е с одной стороны есть, с другой стороны можно сказать, что нет. Но мне хотелось бы, поэтому в своем выступлении оно будет достаточно субъективно. Я скажу, остановлюсь на некоторые моменты, которые за последние два года произвели на меня самое большое впечатление, очень интересные данные появились, в какой мы ситуации, и осветить некоторые наши новые результаты, которые были получены в это время. Итак, одним из чрезвычайно важных вопросов, который сейчас широко обсуждается, это изменение представления о происхождении вирусов гепатита. И, как было показано в настоящее время многими лабораториями, появление новых тестов и, прежде всего, молекулярных тестов для определения РНК позволили показать и изучить эволюционное происхождение вируса. И если считается, и действительно это так, что вирус гепатита Е является единственным заносным инфекцией, то, конечно, происхождение, эволюционное происхождение, открытие у новых, неизвестных ранее, передаю возможных, так сказать, животных, которые имеют, и птиц, которые имеют, и пресмыкающих, которые имеют вирусы, подобные вирусы гепатита Б, конечно, расширили наше представление и позволили нам сказать о том, что, видимо, все вирусные гепатиты являются, имеют животное происхождение и подтверждают вот это вот, так сказать, представление, которое мы имеем вообще о вирусах. И основные этапы изучения вируса представлены на этом слайде. И здесь видно, вот, что касается гепатита А, длительное время считалось, что единственный человек может быть источником. А сейчас, вот, в последние годы показано, что и тюлени, мелкие млекопитающие, сумчатые, имеют вирус, подобный гепатиту А, у животных, которые не вызывают вирус гепатита, на эволюционном этапе они имеют. Очень интересные изменения при гепатите Е, но мы с вами говорили о том, что это занозная инфекция, и различные животные, большое количество у нас будет, очень большая, целый день посвящен гепатиту Е, будут блестящие доклады доктора Менг, доктора Каретного, доктора Анджапаридзе и других, если доктора Куру, то, что, конечно, расширит наши представления. То же самое и при гепатите Б, гепатно-вирусы выявлены у различных животных, и в том числе вот сейчас выявлено у рыб, у лягушек, у рептилий, которые были предшественниками вируса гепатита А человека, у уток, вот здесь вот показано. С гепатитом С тоже считалось, что раньше только люди, но подобные вирусы выявлены у коров, грызунов, у лошадей, у рукокрылых, то есть существует понятие. И что, так сказать, наиболее интересно, и у нас будут специальные доклады по дельта-гепатиту, это выявлены подобные вирусы у змей и уток. И это все подтверждает такое основное положение, что, конечно, вирусы гепатитов пришли нам от животных.
Какая же сейчас ситуация у нас в стране, здесь я обязан об этом сказать, с гепатитами? Сохраняется эффект айсберга, количество острых случаев гепатита снижается. Мы видим, что и в 2020 году произошло снижение числа случаев, не такое большое, острые гепатиты, но количество больных с хроническими формами, хроническим гепатитом В, гепатитом С остается чрезвычайно высокое, оно определяет распространение инфекции. Это что касается общих вопросов. Давайте теперь перейдем к конкретным гепатитам. Гепатит А. Заболеваемость в нашей стране стала снижаться и сейчас достигла наименьшего показателя 1,9 на 100 тысяч населения. А вот если мы с вами обратим внимание, 81-го, 283, видите, как произошло снижение, что отразилось. Но здесь надо сказать, что наряду с тем, что неравномерность распространения, у нас сохраняется ряд регионов, в которых заболеваемость в 2 в 11 раз выше, чем в среднем по стране. Вот, например, Брянская область среди детей до 14 лет 116 на 100 тысяч. Конечно, это определяет необходимость борьбы с инфекцией. Я не сомневаюсь, этот слайд будет многократно покажен, как изменилась меняется эпидемиология, мы находимся в трейде этих изменений. Улучшение гигиенического и санитарного состояния приводит к снижению циркуляции вируса гепатита А, прежде всего у детей, увеличение числа восприимчивых подростков и молодых людей, увеличение количества неиммунных взрослых и, как результат, увеличение количества значимых случаев гепатита А, потому что мы с вами все знаем, что в более старших возрастных случаях, в возрастных группах гепатита А протекает значительно тяжелее, чем среди детей. И вот здесь мне хотелось бы остановиться, только буквально дать как бы анонс выступления. Это будет посвящено выступлению более подробному Карен Каренча Кюрегяна. Наш опыт по вакцинации среди подростков, такая однократная вакцинация по аргентинскому опыту, однократная вакцинация против гепатита А, когда удалось за очень короткое время, проведя массовую вакцинацию в сжатые сроки, буквально в 2 недели, снизить заболеваемость, которая была до этого среди детей 241 на 100 тысяч населения. Сначала последующие 3 года единичные, причем в основном завозные случаи, а начиная с 2016 года до сегодняшнего момента не зарегистрировано ни одного желтушного случая гепатита А. Анализ выявления антител у лиц вакцинированных показал, что антитела постепенно уходят, и если сразу же через месяц после вакцинации 98% вы имели антитела, то через 5 лет 90% имели антитела. Причем, что для нас было удивительно, что среди них уровень антител за 5 лет не уменьшился, а вырос. И это все может свидетельствовать о том, что, возможно, идет циркуляция, скрытая циркуляция вируса гепатита А. И благодаря современным методам концентрирования образцов мы провели исследование вместе с нашими тувинскими коллегами по поиску РНК вируса гепатита А в сточных водах и водах водоисточников. И в одном из образцов нам удалось, вот здесь он синим отмечен, найти вирус гепатита А, РНК вируса гепатита А. Причем, когда мы проанализировали на дереве, проанализировали последовательность РНК вируса гепатита А, то оказалось, что он находится на одной веточке с вирусом, который циркулировал в тыве в 2008 году. Это лишний раз говорит о том, что под таким массовым прессом, при отсутствии даже желтушных случаев, все равно продолжается циркуляция вируса гепатита А. Это говорит о необходимости проведения вакцинации. Гепатит Е. Конечно, одним из самых интересных в гепатите Е стало изучение внепеченочных проявлений этой инфекции. И здесь они перечислены, многообразные, разные органы и ткани повреждают вирус гепатита А. И самое, пожалуй, интересное, это поражение нервной системы, которое достаточно значительно часто, где-то до 10%, может выявляться у больных с гепатитом Е, перенесших эту острую инфекцию. Конечно, чрезвычайно важный вопрос – это вопрос, связанный с хроническим гепатитом Е. Мы длительное время пытались в России найти хронические гепатиты Е. Мы находили вместе
сотрудники института Склифосовского находили случаи достаточно длительного выявления РНК-вируса гепатита Е у лиц с пересаженной печенью, у которых был иммунодефицит. Но, тем не менее, они не доходили до того норматива полугода выявления РНК. И вот здесь мы сейчас обнаружили случай гепатита Е хронически у молодого человека 29 лет с лимфомой Беркита, которая была поставлена в 2019 году. И вот в процессе заболевания у него выявлялась постоянно РНК и, так сказать, было и в фекалиях, и в сыворотке плазмы крови. Когда мы проанализировали, оказалось, что этот вирус, он соответствует вирусу, близкий к вирусу, который циркулирует на нашей территории, циркулирует среди поросят. И это лишний раз подтверждает, что вот это вот животное происхождение этого вируса и распространение может вызывать хронический гепатит, что подтверждено и зарубежными исследованиями. Конечно, мы не могли пройти мимо этого случая и наблюдали за этим больным и назначили ему лечение с помощью препаратов рибавирина, который, так сказать, подействовал. И вот мы видим, как у него исчез РНК и из фекалий, и из сыворотки крови, а появились антитела класса ИГМ и класса ИГГ, которых ранее не было. Но вот здесь что один из любопытных таких наблюдений, это то, что существует по крайней мере, 5 мутантных форм, связанных, мутаций, связанных в РФ1, связанных с устойчивостью действия рибавирина. И когда мы посмотрели у этого пациента в динамике, оказалось, что у него постепенно, как и должно быть, нарастало количество этих мутантных форм. Вот здесь вот они красным, так сказать, выделены по мере, так сказать, вот, инфекционного процесса. Но что самое любопытное, все-таки у него произошла, несмотря на наличие вот этих мутантных форм, у него произошла элиминация вируса гепатита Е. Ну и здесь еще раз подчеркиваем, что, так сказать, что вирус гепатита Е, он может вызывать хронический гепатит. И я думаю, что сейчас это будет одно из направлений, и мы будем находить все больше и больше этих случаев среди пациентов, если будем проводить постоянные исследования на гепатит Е. Гепатит Б. Гепатит Б, казалось бы, уже изученный, чрезвычайно изученный, есть очень много данных, но сейчас, пожалуй, появились чрезвычайно интересные данные по выявлению ДНК вируса гепатита Б у жителей Медного века. Это большая работа, которая была проведена, сейчас она опубликована, и уже несколько работ очень интересных, которые показывают, что вирус гепатита Б существовал очень давно, и его было, так сказать, он значительно циркулировал, что можно, так сказать, говорить о пандемии гепатита Е в древние, о гепатита Б в древние времена. И вот здесь очень важно, когда сравнивали последовательность участков ДНК, выявленных вот в костных остатках, то оказалось, что он не так изменился по сравнению с теми современными вирусами, которые есть. И вот здесь образовался такой парадокс. Как же так? Мы всегда считали, что вирус гепатита Б очень изменчив, и самый изменчивый ДНК-вирус, а изменения его недостаточно большие. И была предложена очень интересная теория, которая по колонизации организма вирусом гепатита Е, и здесь отмечено различие в скорости макро- и микроэволюции. Вот это вот различие в микро- и макроэволюции приводит к тому, что вирус сохраняет все свои особенности на протяжении этих лет. Что же у нас сейчас происходит с гепатитом Б в стране? Острый гепатит у нас снизился, и это было благодаря во многом вакцинации, которая проведена, и программа здоровья, которая была сделана. И вы видите, что показатель заболеваемости в 2020 году самый низкий за последние годы. Он достиг всего 0,6 на даже меньше 0,35 на 100 тысяч населения. А вот хронический гепатит, хотя отмечается некоторая тенденция к уменьшению, он все-таки продолжается. И вот это снижение, которое происходит, прежде всего, острого гепатита, связано прежде всего с внедрением вакцин, вакцины второго поколения, это генно-инженерные вакцины, осуществление программ
и программы здоровья, где вакцинировано у нас сейчас более 120 миллионов человек в стране, и практически 95-98% новорожденных детей получают вакцину против гепатита В. Но гепатит В очень коварная инфекция, и мы с вами знаем, что существуют мутантные формы гепатита В, и в частности такие, вот здесь они отмечены, наиболее частые мутации, которые связаны с ускользанием из-под иммунного пресса. И здесь чрезвычайно важно, чтобы, так сказать, вот, следить за этим. Мы продолжаем слежение за вариантами мутации. Вот прошу обратить вас внимание на вот этот левый столбец. У нас пока не происходит увеличение количества появления мутантных форм, которые могут ускользнуть, что чрезвычайно важно. И еще один очень важный вопрос. Это вопрос с соблюдением всех правил и антивакцинальным лобби. Вот мы уже показывали, будем еще показывать, как мы изучили охват вакцинации. И вот видите, не всегда очень четко соблюдаются все правила и достаточно низко вводится вторая доза. И вот обратите внимание на одно из медучреждений, где по сравнению с другими охват детей значительно меньше. Здесь оказалось, что врач, который работал, она выступала против вакцинации и говорила, что это нет. И вот здесь чрезвычайно важно, и мы многократно на протяжении предыдущих 2 лет говорили об этом, необходимо внедрять систему контроля за вакцинацией и, прежде всего, внедрение вакцинального аудита, который позволяет оценить распространение. Еще один очень важный момент, который происходит сейчас, это появление новых методов, и у нас будет доклад, и группа Чуланова, которая работает в этом, появление, это использование так называемых биологических ножниц или CRISPR-Cas9, которые позволяют выстригать участки с кольцевой ДНК и таким образом бороться с хроническим носительством и с болезнью, с гепатитом В. Это будущее, я не сомневаюсь, что сейчас оно будет очень широко развиваться и появятся методы устранения от этого. Гепатит Дельта. На гепатит Дельта будет у нас несколько докладов, и я хотел бы проанонсировать доклад нашей группы, которая сделает Ольга Исаева, где получен очень интересный результат, доклад будет очень интересный. И здесь, прежде всего, я хотел бы остановиться на одном только моменте. Это на моменте использования полного секвенса последовательности РНК вируса гепатита Дельта, которые позволили получить новую информацию о распространении, особенностях распространения гепатита Дельта в нашей стране. Вот мы работаем в 3 регионах, это ТВА, Якутия и Дагестан, с теми сотрудниками, которые занимаются этих регионах, мы очень благодарны. И вот посмотрите, было показано, что в ТВА гепатит Дельта появился 230 лет тому назад и пришел занос первого генотипа с территории Ирана на территории ТВА. И там происходит формирование автохтонного клада вируса, характеризующего циркуляцией изолятов, выделенных только в этом регионе. В то же время из ТВ позже, 180 лет тому назад, произошел занос в Якутию, где, так сказать, продолжается циркуляция первого генотипа. И в то же время, в Якутию, в это же время, раньше еще, 230 лет тому назад, произошел занос второго генотипа из республик Средней Азии. А вот в Дагестане, в республику Дагестан, первый генотип дельта вируса пришел 150 лет тому назад. Эти данные очень интересны, они показывают распространение, мы с вами узнаем очень много интересного и нового из докладов, которые будут посвящены вирусному гепатиту Дельта на нашей конференции. И, конечно, гепатит С. Та революция, которая произошла в лечении гепатита С, она потрясающая. Вы знаете, появление новых препаратов, это прежде всего безинтерфероновая терапия, которая основана на воздействие на противовирусных препаратов, прямого действия на различные этапы репликации, позволяет получать результат в 95-98 результатах положительные. Это удивительное достижение. На основании этого достижения предложена программа по искоренению гепатита С. Мы с вами услышим несколько докладов, что очень важно, но я хочу только на одном
моменте остановиться тем исследованиям, которые проходят в нашей лаборатории. Это изучение вируса гепатита, резистентности полиморфизмов, связанных в белке NS5A и в других участках в коре. Это будет вам представлено. Вот здесь показано, что при различных субтипах вируса гепатита С различный уровень, причем вот в генотипе 1А достаточно высокий уровень выявляется генотипов, которые есть. Ну и в заключении своего доклада я хочу вспомнить высказывание Владимира Ильича Ленина, которое звучало так: электрон также не исчерпаем, как и атом. Вот исходя из всего этого, исходя из тех материалов, которые будут представлены на нашем с вами симпозиуме, можно перефразировать и сказать, что гепатит также не исчерпаем, как атом и электрон. Это может быть как результат нашей рабочей конференции, исследований, которые происходят сейчас и будут происходить в будущем. Я благодарю вас за внимание и желаю успешного проведения всей нашей конференции и того удовольствия, которое мы получим с вами, слушая очень интересные доклады. Спасибо большое. Еще раз напоминаю, уважаемые коллеги, вы можете задавать вопросы в чате, но я думаю, что здесь к Михаилу Ивановичу нет вопросов. Очень хорошо и детально озвучено. Проблема. И об этом мы, конечно, будем говорить все три дня на нашей конференции. Но следующий у нас доклад «Вирусные гепатиты у детей». И с большим удовольствием предоставляю слово академику Российской академии наук Юрию Владимировичу Лобзину, Ларисе Георгиевне Горячевой с этим докладом «Санкт-Петербург». Пожалуйста, Юрий Владимирович. Глубоко уважаемые коллеги и дорогие друзья, я хотел бы доложить результаты работы детского научно-клинического центра ФМБА России по проблеме вирусных гепатитов у детей. Хотелось бы обсудить гепатит А, Б и С. Мы условно назвали рубрику «Вирусный гепатит А» «Угасающая инфекция под вопросом». Почему? Ну, наверное, есть для того основания. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Мы видим, что динамика заболеваемости гепатитом А показывает существенное снижение как по Российской Федерации, так и по Санкт-Петербургу. Этиологическая структура несколько изменилась. Надо обратить внимание на общее снижение числа больных за последние 10 лет, практически в 2 раза по острым гепатитам. И в 3 раза по детям. А вот в самой структуре гепатит А вышел на первое место, но не потому, что его стало больше, а потому, что стало чуть меньше других гепатитов. Ну, например, острый гепатит Б существенно уменьшился. Однако не все так благополучно с гепатитом А в целом в мире. Вы видите огромное число стран, в которых наблюдаются вспышки гепатита А. И это серьезная проблема, о которой сейчас говорят. Кроме того, наблюдается существенное повышение частоты тяжелых форм, что связано с генотипом 1Б. Смещается заболеваемость в более старшие возрастные группы. Ну и в целом идет рост заболеваемости. Вот вспышки в 15 странах Европы, США и Чили. Надо сказать, что это все определяет необходимость вакцинации детей с 3 лет в территориях высокого уровня заболеваемости, медработников, персонала детских дошкольных учреждений, выезжающих в эндемичные районы контактных очагах больных с хроническими заболеваниями, и вот этой интересной группы МСМ, мужчин, имеющие секс с мужчинами. Это рекомендация ВОЗ по внедрению этой группы для того, чтобы была проведена вакцинация. С самими вакцинами проблем нет. Вот зарегистрировано аж 7 вакцин от гепатита А, но детских вакцин 3. Альговак, Вакта и Хаврикс. Идет речь лишь о том, чтобы ввести эту вакцинацию как плановую. Здесь надо привести яркий пример работы нашей группы ученых под руководством академика Михайлова Михаила Ивановича в ТВЕ, когда они добились внесения в календарь этого гепатита региональный и получили, вот смотрите, какие потрясающие цифры снижения заболеваемости, практически полной элиминации в этой республике заболеваемости гепатитом А.
Хотелось бы, чтобы это было также и в других регионах. Вирусный гепатит Б, управляемая инфекция. Возможно, действительно, динамика заболеваемости гепатитом Б в России и Санкт-Петербурге, как при остром, так и при хроническом, говорит о том, что вакцинация принесла свои плоды. Достаточно посмотреть, что в 2020 году в Санкт-Петербурге не было зарегистрировано ни одного острого случая гепатита Б, а по всей России всего 4. С хроническим гепатитом здесь их чуть побольше, 17, и в Санкт-Петербурге 2. Но, тем не менее, мы имеем и такие факты, что дети, рожденные от матерей с хроническим гепатитом Б, все-таки получают неонатальный гепатит. Дети, такие инфицированные и в России, и в Санкт-Петербурге, наблюдаются. Вот данные нашего центра за последние 5-6 лет. Видите, сейчас на учете состоит 42 пациента с хроническим гепатитом Б, причем перинатальное инфицирование 38, это более 90%. К счастью, вы видите, что в последние годы их число снижается, в 2020 году всего лишь один больной. Важной является динамика привитости. Она положительная. Мы видим увеличение числа привитых и видим увеличение процента привитых детей к первому году жизни. Но есть проблема. К сожалению, это защита не на всю жизнь. В течение определенного времени, через несколько лет, число защищенных и титров достаточно высоких снижается. Это официальные данные. Вы видите, это также данные Роспотребнадзора, что через 5 лет почти у половины нету защитных, достаточных защитных титров антител. Еще одна проблема, связанная с гепатитом Б, это возможное появление мутаций. Ну вот тот мутант, который здесь подставлен, G145R, о нем уже начинают сейчас говорить серьезно. Ну, к счастью, прогноз о его последствиях распространения откладывается до достаточно отдаленного промежутка времени. Что может защитить ребенка, кроме вакцинации? Специфический иммуноглобулин, антигеп, неогепатит. Вы их хорошо знаете. К сожалению, микроген в последнее время, насколько мне известно, антигеп не выпускает с определенным экономическим проблемам. Но оба препарата были весьма эффективны. И это показывает наш опыт, который мы применили и у беременных, и у детей. Вот у беременных был разработан нашим отделом гепатологии алгоритм их обследования и отделом врожденных инфекций, двумя отделами. Вы видите, здесь такой вариант. Если беременная женщина является свободна от гепатита Б, то вакцинация новорожденного проводится по стандартной схеме. Если HBS антиген положительный, то здесь два варианта. Определяется количество копий при уровне меньше 10 в шестой степени, неонатальная вакцинация плюс иммуноглобулин, о котором мы сейчас говорили, и дальше вакцинация по схеме. Если больше, тогда назначаются еще и препараты прямого противовирусного действия. Частота инфицирования при вот таких различных схемах профилактики несколько различается. Только вакцинация защищает 86% с препаратами 97%, а вот если мы вакцинацию и иммуноглобулины применяем, то мы добиваемся 100% защиты. И это очень важно. Арсенал велик. Здесь показано, как он увеличивался. Но в настоящее время мы можем говорить вот о тенофавире, который разрешен у детей с 12 лет и применяется по показаниям. Когда он применяется? Он применяется в фазах иммунного клиренса, пожалуйста, противовирусной терапии, или в фазе реактивации. Схемы применения, они примерно одинаковые во всех трех основных общественных наших медицинских профессиональных организациях: американской, европейской, азиатской. Я не буду на этом останавливаться. Но, к сожалению, ответ, варианты ответа на терапию нас не вполне устраивают. Очень редко в одном примерно или до 6% удается добиться полного выздоровления.
большинстве случаев в связи с особенностями вируса, способностью его давать ковалентно связанную кольцевидную форму, интегрирующуюся в ядро клетки, эффект от лечения не очень нас устраивает, и порой такие пациенты лечатся по жизни. Гепатит С – преграда на пути к элиминации вируса. Распространенность высока, примерно 3,2 миллиона детей в мире. А в Российской Федерации мы видим тоже, что снижается заболеваемость гепатитом С. Это тоже отрадно. В 2020 году, видите, абсолютные цифры. В Санкт-Петербурге всего один такой острый больной был. Но по хроническим формам чуть больше. В Санкт-Петербурге 27, в России 207. Тем не менее, экономический ущерб очень существенный. Вот, пожалуйста, 8 миллиардов рублей. А если суммарно посмотреть с учетом нетрудоспособного населения, то почти 14 миллиардов рублей. Динамика представлена за последние годы заболеваемости хроническим гепатитом С в России. Здесь видна положительная. Но, тем не менее, вот красненькие это дети. Примерно 10% от всех заболевших – это дети до 17 лет. Здесь есть еще одна проблема. Доступность главных нештатных специалистов, субъектов наших российских, к существующим регистрам, она невысока, меньше 50%. Ну, отсюда и вот возникают технические проблемы с введением регистра. Это достаточно сложно. Вы видите, во всех регионах здесь эта проблема существует. Ну, то же самое касается и диспансерного наблюдения детей. Мы не знаем, сколько всего детей. Ну, вот на учете в Центральном институте, хотя многие 2500. По данным анкет, хронический вирусный гепатит С 5500. А подростки 12-18, 2000. У нас на учете в ДНК ЦИП находится около 500 таких детей. Поэтому вот здесь и показано количество детей, стоящих на учете. А вот что касается детей, которые имеют показания к противовирусной терапии, то их примерно вот 36% в целом. К сожалению, у 1/3 детей хронического гепатита С развивается фиброз печени. Конечно, это связано и с генотипом. Вы видите, что у нас генотип А и 3, 1А, 1Б и 3 распространены. Ну, а вот это распределение по стадиям фиброза. К счастью, фиброз нулевой в большинстве случаев, но есть и тяжелые формы. Всего у 34% здесь вот показано развивается фиброз, а у 4% детей имеет место цирроз печени. Не случайно Всемирная организация здравоохранения все время поднимает эту проблему, говорит, что к 30-му году надо ее решить, сократить новые случаи на 90%, число смертей на 60% и вопрос элиминации гепатита во всех клинических вариантах. Я считаю, что элиминация – такой термин сложный, тем более, что сейчас появилась кроме макроэлиминации и микроэлиминация. Это микроэлиминация имеется в виду в различных группах пациентов, гемодиализ, гемофилия, коренное население, реципиенты. Ну вот сюда и дети попадают. Вот. Тем не менее, в этом направлении двигаться надо, такое движение есть. Существующие рекомендации по детям тоже есть во всех трех европейских, американских и Всемирной организации здравоохранения. Все эти рекомендации предусматривают лечение детей. В Российской Федерации в 2021 году доступны 4 безинтерферонных комбинаций для лечения детей. Вот они все здесь представлены. Они включались с 2019 года, 2 варианта лечения. И с 2020 еще 2 варианта лечения. Надо подчеркнуть, что здесь есть как не пангенотипные схемы лечения, вот они здесь представлены, так и пангенотипные схемы терапии. И те, и другие имеют свои показания, и они имеют свой достаточно хороший эффект. Ну вот, пожалуйста, вначале мы посмотрим распределение генотипов гепатита С. Вот еще раз
вы видите распределение у детей и подростков, ну и распределение по возрасту. Кстати говоря, мальчики и девочки примерно в одинаковой степени поражаются. Ну, правда, в зависимости от возрастов немножко по-разному. Что касается эффективности вот одной из непангенотипной схемы, вот она здесь представлена, вы видите, что практически достигает 100%. Вот еще наши данные нашего центра, вы видите, идет достаточно быстрая нормализация показателей ЛТ, СТ. Уже к четвертой неделе ПЦР отрицательная. А серьезных нежелательных явлений, к счастью, нет, не наблюдается. Вот вы видите по динамике АЛТ, как это происходит на протяжении ближайших недель. Все-таки есть кое-какие явления нежелательные, но это очень слабо выраженные и небольшое число пациентов. Завершая доклад, я бы хотел подчеркнуть ваше внимание на том, что, во-первых, вирусный гепатит А остается серьезной угрозой здоровью населения нашей страны. И, конечно, надо расширять региональные календари и, наверное, ставить вопрос не только о вакцинации по ЭПИД-показаниям, но и о включении его в календарь наших прививок. Что касается гепатита В, то, конечно, успех перинатальной профилактики гепатита В очевиден. Только своевременная диагностика активности процесса у матери, выявление факторов риска, начало профилактики гепатита В может защитить ребенка от столь грозного заболевания. Хронический гепатит С детей и подростков является значимой проблемой медицинской, социальной, и даже в детском возрасте он может приводить к развитию жизнеугрожающих состояний, как мы говорили, цирроз печени и даже гепатоцеллюлярный карцином. В 19 и 20 годах в России одобрены безинтерфероновые препараты для использования в лечении подростков хроническим гепатитом С с 12 лет и для лечения хронического гепатита В. Однако остается низкая доступность этих средств в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета всего 12%, а также низкая активность, наверное, наших главных нештатных инфекционистов по формированию планов закупок противовирусных препаратов. Региональные календари могут позволить, региональные схемы могут позволить такую работу. Ну и завершая, хотел бы сказать, что элиминация хронического гепатита С в детской популяции – это важная задача, и по этому пути идет весь мир в соответствии со стратегией, разработанной Всемирной организацией здравоохранения по вирусным гепатитам. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Да, действительно, проблема большая с вирусными гепатитами у детей, учитывая, что все-таки сегодня лечение, я считаю, для детей, конечно же, разработано слабо, и эта проблема остается. Уважаемые коллеги, спасибо за активное ваше участие. Мы видим вопросы в чате. И вот тут вопрос к Михаилу Ивановичу. Михаил Иванович, я сейчас, разрешите, зачитаю вопрос в чате. Читаю, почему маркер инфекционности HB и антиген обозначается так? То есть через I английскую, а не, вернее, и английскую, а не через I английскую, HBI антиген от английского infection. Пожалуйста, Михаил Иванович. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, я могу ответить как бы из первых рук. Дело все в том, что мне повезло, и одним из моих учителей является доктор Ларс Магнус, у которого мне посчастливилось работать в лаборатории, и я ему задавал этот вопрос, когда у него работал. И получил следующий ответ. Это не имеет к слову инфекционности никакого отношения. А дело все в том, что когда и антиген был открыт в реакции прецепитации, и когда нумеровали, обозначали лунки, то было так A, B, C, D, E. И вот этот И-антиген, который был выявлен, он оказался именно в этой лунке И. То есть еще тогда не было, это вот первое обнаружение, которое сделал Ларс Магнус. Вот так он мне рассказал
о том названии, которое потом пошло, так сказать, вот к ИИ, и мы переводим как инфекционность. Но тогда, когда было обозначение, еще не было известно, что это будет связано с инфекционностью. Вот так я бы ответил на этот вопрос. Вот. И, наверное, если, так сказать, там еще вопросы, но я еще раз подчеркиваю, что мы будем отвечать в чате и пришлем обязательно, потому что некоторые выступления, разница во времени, пойдут в записи, и некоторые не будут. И я с большим удовольствием хочу объявить доклад Владимира Петровича Чуланова «Элиминация вирусных гепатитов в России. Возможности, проблемы и перспективы». Ну, вы все знаете, что Владимир Петрович является главным инфекционистом России, и мне очень приятно, что последние годы, и вот Елена Юрьевна Маленникова, которая была до него главным инфекционистом, является человеком, который занимался гепатитами, и специалист большой в гепатитах, мы услышим ее еще доклад по гепатиту Е, ее докторская была посвящена, и, конечно, эта проблема уделялась всегда большое значение, и то, что Владимир Петрович, он тоже гепатитчик наш, являясь сейчас главным инфекционистом, я думаю, это послужит основой того, что все-таки Министерство здравоохранения будет делать, когда решит проблему, видимо, с ковидом, будет заниматься гепатитом, вирусным гепатитом и программой элиминации. Я вспоминаю случай в одном из первых наших конференций. Владимир Петрович приехал на конференцию, он у человека очень занят и всегда был, и в молодости, и сейчас особенно. И он сказал: я очень устал, я хочу спать. Я говорю: хорошо, хочешь спать, иди. Устроил его в гостиницу, которая была при этом центре, где проходила этот самый. Он поспал и выступил. Я надеюсь, что сейчас он тоже выспался, тоже, так сказать, записал его доклад. И мы предоставляем ему слово с докладом «Элиминации вирусных гепатитов в России. Возможности, проблемы и перспективы». Пожалуйста, Владимир Петрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад поприветствовать всех участников сегодняшней конференции. Проблема вирусных гепатитов остается одной из ключевых для мирового здравоохранения и для здравоохранения нашей страны. Мы с вами поговорим об основных тенденциях в эпидемиологии вирусных гепатитов о тех возможностях и перспективах, которые перед нами открываются с точки зрения элиминации этой проблемы. И начну я с цитирования глобальной стратегии по вирусным гепатитам, которая была принята в 2016 году на перспективу до 2030 года. И ключевыми ее результативными параметрами является снижение заболеваемости вирусными гепатитами на 90% и снижение смертности на 65%. Конечно, основными проблемами является гепатит В и гепатит С, и в основном хронические формы этих заболеваний. Абсолютное количество смертей от вирусных гепатитов обусловлено именно смертностью от исходов, в результате исходов хронического гепатита В и хронического гепатита С. И вот несколько цифр, которые приведены на данном слайде, демонстрируют нам, насколько значимо бремя вирусных гепатитов для мирового здравоохранения. В 2019 году, как нам сообщает глобальный отчет по вирусным гепатитам, опубликованный в этом году, количество новых случаев гепатита В составило около 1,5 миллиона, и количество смертей более 800 тысяч. По гепатиту С количество новых случаев аналогично составило около 1,5 миллиона, и количество смертей почти 300 тысяч человек. То есть мы с вами видим, что проблема действительно является такой значимой глобальной проблемой. Более 3 миллионов новых случаев заболевания и более 1 миллиона случаев смерти. И вот на следующем слайде мне хотелось бы продемонстрировать данные по распространенности гепатита В. Начнем с гепатита В и видим, что, конечно,
мировая карта является довольно пестрой в этом отношении. Мы с вами видим и гиперэндемичные области, отмеченные красным цветом, где частота выявления HBS-антигена среди населения условно здорового составляет более 10%. Наша страна попадает в зону умеренной распространенности, где процент выявления HBS-антигена среди населения составляет где-то от 1 до 2,5%. И если мы с вами посмотрим на кривые по заболеваемости острым и хроническим гепатитом В, хроническими формами гепатита В, то увидим, что, в общем-то, за последние 20 лет наблюдалось довольно динамичное снижение заболеваемости. Конечно, обусловлено это было в первую очередь программами массовой вакцинопрофилактики, и вот зелеными столбиками на графике как раз показано общее количество вакцинированных в стране к определенному году. Вот к 2020 году оно оценивается уже в 107 миллионов человек. Ну, несомненно, при такой масштабной вакцинации заболеваемость острым гепатитом В резко снижается. И мы видим, что в 2019-2020 году она составляла менее одного случая на 100 тысяч населения, что соответствует практически цифрам развитых европейских стран. Что касается хронических форм гепатита В, конечно, вакцинопрофилактика не может повлиять на этот показатель столь же эффективно, как на случае острого гепатита В, но тем не менее, безусловно, со временем вносит свой большой вклад, и мы видим, что выявление новых случаев в ежегодных хронических форм гепатита В тоже показывает положительную динамику. В 2019 году мы наблюдали где-то около 17 случаев на 100 тысяч населения, ну и довольно резкое снижение в 2020 году, которое, конечно, не отражает реальное снижение, а связано в основном с теми сложностями, с которыми столкнулась наша система здравоохранения в этот период в связи с борьбой с пандемией COVID-19. Несомненно, и выявление, и регистрация случаев в этот период были затруднены, и что отразилось и на цифрах статистики. Теперь немного о гепатите С. И здесь мы с вами видим, каково число случаев, новых случаев гепатита С было выявлено в различных регионах ВОЗ. И обращу ваше внимание на европейский регион ВОЗ, куда входит и наша страна. Он закрашен синим цветом, и число новых случаев в нашем регионе составило более 300 тысяч, и число летальных исходов около 64 тысяч человек. То есть, если мы посмотрим с вами цифры других регионов, ну только, пожалуй, регион Западно-Тихоокеанский превышает по количеству смертей от гепатита С европейский регион. И это подчеркивает большую значимость данной проблемы для здравоохранения данного региона ВОЗ. И оценочная распространенность в мире, показанная на этом слайде, также хорошо демонстрирует значимость проблемы для европейского региона. Он в большей степени окрашен такие красно-оранжевые цвета, которые означают высокую распространенность. И мы видим, что в нашем регионе она составляет где-то от 2 до 3% условно здорового населения. То есть довольно большое количество человек. И
Мне удивительно, что мы попадаем с вами в пятерку наиболее пораженных стран мира. Вот здесь мы видим такой рейтинг стран с точки зрения количества случаев хронического гепатита С в данных странах. И мы с вами находимся на пятом месте между Египтом и Соединенными Штатами Америки. И оценивается число инфицированных лиц где-то в 4,7 миллиона. Ну, это на период 2015 года. Какова же статистика по новым случаям, выявлению новых случаев хронического гепатита С? В общем-то, динамика, которую мы видим на данной диаграмме, показывает нам довольно стабильное снижение заболеваемости, начиная с 2014 года. И в 2019 году она составила уже около 31 случая на 100 тысяч населения, что, в общем-то, в абсолютных цифрах довольно значимо, более 45 тысяч человек. А в 2020 году около 17 случаев на 100 тысяч населения. Конечно, такое значимое падение, как и в случае гепатита Б, связано с тем, что в 2020 году эффективность выявления гепатита С и эффективность его регистрации, качество регистрации были значительно снижены, поэтому мы не смогли с вами столь же эффективно, как в предыдущие годы, выявлять данное заболевание. Но абсолютные цифры однозначно показывают нам высокую значимость, высокое бремя данной проблемы для нашей страны. Вот красная кривая — еще одно подтверждение. Она демонстрирует число пациентов, стоящих на диспансерном наблюдении с хроническим гепатитом С. И мы с вами видим, что кривая стремится вверх, что говорит о довольно низком покрытии больных хроническим гепатитом С современными противовирусными препаратами. Суммируя информацию о бремени вирусных гепатитов для Российской Федерации, мне бы хотелось подчеркнуть, что общее количество пациентов оценивается где-то на 3,9 миллиона человек. Это хронический гепатит Б и С вместе. И около 27 тысяч человек погибают от хронических вирусных гепатитов у нас ежегодно. А количество новых случаев, которые мы регистрируем, хронического гепатита Б плюс хронического гепатита С, составляет более 60 тысяч в год. И в целом смертность от вирусных гепатитов в 3 раза превысила смертность от туберкулеза в 2019 году и вплотную приблизилась к тем цифрам, которые мы имеем по смертности от ВИЧ-инфекции. Ну и безусловно, наибольшую значимость в этой статистике представляет гепатит С, который в структуре хронических гепатитов составляет более 77%. И в целом количество людей, страдающих хроническим гепатитом С, оценивается где-то в 3 миллиона. И ежегодно от исходов данного заболевания погибает более 16 тысяч человек. Насколько же далеко мировое здравоохранение продвинулось в направлении элиминации гепатита С? Ну, данный слайд как раз демонстрирует эти показатели. И мы видим на диаграмме слева столбики, которые показывают оценочное число инфицированных в мире в целом,
первый столбик, затем следующий столбик – количество выявленных пациентов, следующий – количество тех, кто начал лечение, ну и последний столбик – это вылеченные пациенты. Ну, нетрудно заметить, какой огромный разрыв мы видим между оценочным количеством пациентов и количеством выявленных пациентов. Он составляет более 70%, то есть мы выявили с вами около 30% инфицированных и лечим также около 30% от диагностированных пациентов. То есть, несомненно, в мире, к сожалению, существует еще большая проблема, в том числе и в Европейском регионе ВОЗ, который здесь зеленым цветом обозначен, значительная проблема в оказании помощи пациентам с хроническим гепатитом С. Вот по данным ВОЗ, в Европейском регионе около 230 тысяч курсов лечения было назначено за период с 2017 по 2020 год. Очень большое значение для продвижения к целям элиминации вирусных гепатитов занимает наличие национального плана или национальной стратегии по вирусным гепатитам в стране. И здесь нужно отметить, несомненно, позитивную динамику. Вот к 2020 году уже в 33 странах из 53 Европейского региона ВОЗ имеется своя национальная стратегия или национальный план. В остальных странах, которые отмечены желтым цветом на карте, пока идет разработка такой стратегии. Ну и в Российской Федерации, в общем-то, также такая работа ведется. Мне бы хотелось привести некоторые положительные примеры с точки зрения программ элиминации в мире. И на первом месте, несомненно, стоит Австралия, поскольку в этой стране обеспечен неограниченный доступ к лечению хронического гепатита С, причем с фокусом на группы риска, лица, употребляющие наркотики внутривенно. Одной из таких ключевых групп являются заключенные, что, естественно, снижает количество источников инфекции, соответственно, риски передачи гепатита С в популяции. Из европейских стран можно отметить Францию, Португалию, страны, в которых доступ к лечению также не ограничен. Во Франции оно включено в национальную систему медицинского страхования. В Португалии также ограничений нету. Ну и из стран бывшего СССР можно отметить Грузию, которая начала несколько лет назад свою программу элиминации. И сегодня пролечено уже большое количество пациентов. Отдельно мне хотелось бы отметить Египет. Действительно, в этой стране проделана огромная работа, огромный путь пройден с точки зрения разработки и реализации программы элиминации. Надо отметить, что эта страна была страной с самой высокой распространенностью гепатита С в мире. Она составляла в 2008 году, по данным 2008 года, около 15% по, если опираться на выявление антител к вирусу гепатита С. И национальный план был принят в 2012 году. Была проведена работа по локализации производств, по снижению стоимости препаратов. И к 2018 году в стране было пролечено уже более 2,4 миллионов человек. Ну и сегодня, конечно,
Египет уже прочно стоит на пути элиминации гепатита С как значимой проблемы здравоохранения в стране, хотя начинал он фактически, будучи таким лидером по этой проблеме среди стран мира. И вот как раз эта карта, она демонстрирует в целом состояние по элиминации вирусного гепатита С в различных странах мира. И вот те страны, которые помечены зеленым, можем считать уверенно вставшими на путь элиминации вирусного гепатита С. То есть те страны, где результативно реализуется такая программа. Ну а красным показаны те страны, в которых, к сожалению, пока таких активных действий в направлении элиминации вирусных гепатитов не проводится. Каковы же данные по лечению хронических вирусных гепатитов в Российской Федерации? И здесь мы с вами видим фрагмент отчета по инфекционной службе за период 2020 года в сравнении с показателями 2019 года. Первое, что мы можем ответить, что в целом количество пациентов, получающих лечение, что в 2019, что в 2020 году было довольно маленьким, учитывая общее количество пациентов, стоящих у нас на учете. Да, это около 700 человек, и пролечено у нас в 2019 году было чуть больше 34 тысяч, в 2020 году чуть больше 28 тысяч. То есть в любом случае эти цифры недостаточны для того, чтобы двигаться в направлении элиминации. Если мы с вами вспомним, что ежегодно прибавляется около 40-45 тысяч новых пациентов, то мы с вами пролечиваем меньшее количество тем, чем получаем новых случаев инфекции. Ну и с точки зрения источников финансирования, видим, что значимую долю среди всех источников финансирования занимают личные средства. То есть пациенты из своих личных средств приобретают препараты для лечения хронического гепатита С. Часть, безусловно, и большая часть этих препаратов, покупаемых из личных средств, это препараты, которые привозятся таким не совсем легальным путем в Российскую Федерацию из Индии и тех других стран, которые имеют лицензию на производство дженериков противовирусных препаратов. Что касается региональных программ государственных и программ лечения за счет средств обязательного медицинского страхования, то они составляют где-то около 16, по этим программам пролечено около 16 тысяч человек в 2020 году, что, конечно, недостаточно для того, чтобы как-то двигаться в направлении элиминации гепатита С. Мне бы хотелось отметить, что Всемирная организация здравоохранения разработала целый пакет документов, которые являются, в общем-то, нам инструментами, руководствами в направлении элиминации вирусных гепатитов. Это и руководство по разработке национального плана, это глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусным гепатитам, это различные руководства по тестированию, по лечению вирусного гепатита, сводное руководство по стратегической информации, то есть вот этот весь пакет документов, он нам позволяет
сформировать свою собственную программу, опираясь на уже имеющиеся примеры таких программ в других странах и пользуясь такими руководствами, которые разработала Всемирная организация здравоохранения. Что же необходимо для повышения доступности лечения хронического гепатита С? Вот согласно тем руководствам, которые разработала Всемирная организация здравоохранения, ключевым элементом является, конечно, наличие национального плана элиминации, потому что, несомненно, без четкого планирования, четкого понимания целей и задач довольно трудно двигаться в направлении элиминации вирусных гепатитов. Необходимы простые и стандартизованные подходы к оказанию помощи. А сегодня мы это можем себе позволить, поскольку лечение является и безопасным, и эффективным, и поэтому не требует такого жесткого мониторинга, который был необходим при лечении, например, препаратами из группы интерферона. Важна интеграция тестирования лечения с другими программами, например, программа по ВИЧ-инфекции, стратегия по усилению связи между этапами диагностики и лечения. У нас с вами здесь есть проблемы, у нас много теряется пациентов после того, когда у них уже выявляется гепатит С, но они при этом не оказываются в числе пациентов, находящихся под наблюдением. Крайне важным является децентрализация оказания помощи. А сегодня, опять же, мы себе это можем позволить, учитывая меньшую сложность лечения. Да, сегодня это таблетированные формы препаратов, которые являются высокоэффективными, высокобезопасными. Поэтому, несомненно, уже нет необходимости в абсолютной централизации такого лечения, поскольку компетенциями, необходимыми для лечения, сегодня могут обладать и врачи поликлинического звена. Очень важное направление – это снижение стигматизации и охвата уязвимых групп пациентов, поскольку стигматизация сильно затрудняет реализацию мероприятий по элиминации вирусных гепатитов, поскольку пациенты, понимая, да, что в обществе проблема гепатита С воспринимается неправильно, они затягивают с обращением к врачу, что, собственно, приводит к позднему выявлению заболевания, к позднему началу лечения и к большему риску развития неблагоприятных исходов. Конечно, должен быть эффективный доступ к ресурсам диагностики, терапии, и самое главное, нужно мониторировать качество этой работы, то есть каскада оказания помощи, то есть чтобы мы четко видели наш прогресс в направлении реализации национального плана элиминации вирусных гепатитов. И опять же, из руководства ВОЗ, если агрегировать эти задачи, то для достижения цели элиминации необходимо внедрять эффективные меры профилактики заболевания, профилактики передачи инфекции, иначе мы с вами не снизим количество новых случаев. Необходимо расширять доступ к тестированию и лечению, упрощать лечение и мониторинг, что позволяют нам современные препараты, и разрабатывать и внедрять, и также проводить оценку реализуемых программ, что позволит их совершенствовать и более рационально и эффективно использовать выделяемые для этих целей средства. И я бы назвал важным стартом такого нашего национального плана элиминации вирусных гепатитов
то обращение, которое было направлено президентом Федеральному собранию, в котором было очень четко подчеркнуто значимость проблемы гепатита С. И по результатам данного обращения в перечне поручений по реализации послания президента мы видим такую фразу: обеспечить поэтапную реализацию в 2021-2030 годах мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизировав риски распространения данного заболевания. То есть, по сути, старт программам элиминации был дан президентом. И мне видится, как основные направления реализации такого национального плана для нас – это информирование граждан Российской Федерации по вопросам вирусного гепатита С. Здесь мы с вами говорим и о путях передачи, и о профилактических мерах, и, конечно, о доступности сегодня лечения для гепатита С. Это совершенствование мероприятий по профилактике гепатита С с фокусом на группы населения, имеющие повышенный риск инфицирования вирусом гепатита С. То есть те наши группы риска, с ними, несомненно, нужно очень прицельно работать. Совершенствование диагностики вирусных гепатитов путем расширения охвата скринингом и развитием лабораторной диагностики гепатита, вирусных гепатитов, ну и в частности гепатита С. Увеличение охвата терапии противовирусными препаратами прямого действия лиц, инфицированных вирусными гепатитами, хронический гепатит Б и хронический гепатит С, совершенствование нормативно-правового регулирования по вопросам предупреждения и распространения вирусных гепатитов, ну и совершенствование правил маршрутизации, статистического учета и эпидемиологического надзора за распространением вирусных гепатитов в Российской Федерации. То есть вот такие основные крупные направления, в рамках которых нам необходимо действовать и разрабатывать конкретные мероприятия для достижения цели элиминации гепатита С. И напомню, что сейчас, конечно, очень важно расширять такие программы региональные по реализации поручений президента Российской Федерации, поскольку сегодня фактически основными ответственными лицами, которые прописаны в поручении президента, являются наряду с правительством Российской Федерации высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. То есть действительно реализация поручений предполагается на уровне субъектовом, естественно, с поддержкой со стороны федеральных органов исполнительной власти. И те программы, которые у нас уже существуют в регионах, их необходимо максимально расширять, поскольку количество пациентов, которые требуют лечения сегодня, оно значительно, и достижение целей 30-го года возможно только при условии, если мы начнем двигаться в этом направлении уже сейчас, сегодня. Ну, конечно, нужно помнить о том, что планы не всегда четко соответствуют реальности, и наверняка мы с вами встретим много трудностей на нашем пути к элиминации вирусных гепатитов, но важно эти трудности преодолевать, и я уверен, что имея сегодня такие инструменты для лечения вирусных гепатитов, мы с вами успешно справимся с данной задачей. Благодарю за внимание.
Спасибо огромное, Владимир Петрович, за столь важный и интересный доклад, потому что анализ общей заболеваемости, перспектив работы и ваши взгляды, они чрезвычайно важны для всех нас в плане работы с вирусными гепатитами. Я еще раз хочу поблагодарить, несмотря на занятость, вы нашли возможность выступить. Берегите себя, дай Бог вам сил и усилий в профилактике и борьбе с вирусными гепатитами в нашей стране. И теперь я хочу объявить доклад Станислава Николаевича Кузина, руководителя лаборатории Центрального института эпидемиологии и вирусной эпидемиологии, который посвящен, называется «Гепатит Б и С. Проблемы и перспективы». Пожалуйста, Станислав Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вам наши соображения по поводу гепатита В и С, как мировой проблемы и перспективы ее решения. Гепатит В и гепатит С – это глобальная проблема здравоохранения большинства стран мира. За последнее время, за последние десятилетия созданы ряд стратегий по искоренению этих заболеваний. И одна из первых, и, как казалось, наиболее перспективная, это была стратегия искоренения острого вирусного гепатита с помощью вакцины, с помощью вакцинации. Практика показала, что результат к 2000 году недостижим. Но, тем не менее, борьба с этими инфекциями продолжалась, и в 2016 году ВОЗ опубликовала глобальную стратегию здравоохранения по вирусному гепатиту на 2016-2021 год, которая называется «На пути к ликвидации вирусного гепатита». Эта стратегия является первой глобальной стратегией сектора здравоохранения по вирусному гепатиту, а точнее сказать, вирусным гепатитом, которая будет способствовать реализации так называемой повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Эта стратегия направлена на борьбу со всеми пятью вирусными гепатитами А, В, С, Дельта и гепатит Е. И прежде всего с вирусными гепатитами В и С, учитывая их высокую социальную значимость для общественного здравоохранения. Целевые показатели глобальной стратегии сектора здравоохранения по вирусному гепатиту следующие. Сокращение заболеваемости хроническими формами гепатитов, как В, так и С, с 6-10 миллионов в год случаев, которые регистрируются в настоящее время. И до 900 тысяч миллионов случаев инфицирования к 2030 году. А также сокращение смертности, что, видимо, главное в этой стратегии от хронического гепатита В, с примерно 1,5 миллиона случаев в год, или 1,4 миллиона, если быть точным, до примерно 0,5 миллиона случаев в 2030 году. Также констатируется, что борьба с гепатитами приобретает приоритетную значимость в рамках мирового общественного здравоохранения. Стратегия предполагает несколько основополагающих действий, которые выстроены в таком порядке. Предупреждать, выявлять и лечить, охватывать, расширять и поддерживать. Вот. Первый шаг – это предупреждение. Здесь подразумевается в первую очередь, что всех новорожденных следует прививать от гепатита В после рождения с повторной вакцинацией по меньшей мере 2 дополнительными дозами вакцины. Ну, имеется в виду, что и в бедных странах, где эти программы реализуются не полностью, это очень важный шаг, который искоренит в случае вертикальной передачи вируса гепатита В. Второй шаг – это выявление и лечение. Здесь имеется в виду, что все беременные должны в плановом порядке проходить тестирование на гепатит В, ВИЧ и сифилис, и при необходимости получать соответствующее лечение. Ну, сюда в этот шаг можно добавить еще и гепатит С, поскольку это тоже нужно хорошо представлять, что вертикальная передача гепатита С существует, и необходимо отслеживать родившихся детей от таких женщин. Третий шаг – охват. Никто не должен быть без внимания.
Каждый должен иметь доступ к услугам по профилактике, диагностике и лечению гепатита, в том числе лица, употребляющие инъекционные наркотики, заключенные, мигранты и наиболее неблагополучные категории населения. А мы знаем, что вот лица с девиантным поведением – это серьезная группа риска, которая наиболее подвержена инфицированию вирусами гепатитов В и С. Соответственно, для них тоже должна быть абсолютно доступна медицина, для того, чтобы снизить их активность как источников инфекции. Четвертый шаг – расширение. Своевременное тестирование и лечение вирусных гепатитов может способствовать профилактике рака печени и других тяжелых заболеваний печени. Это тоже очень важный момент, что если мы в состоянии затормозить инфекционный процесс у человека, то, соответственно, скорость развития патологического процесса замедляется и уже меньше риск формирования первичного рака печени. И последний шаг – поддержка. Бесперебойное оказание основных услуг по борьбе с гепатитом во время COVID-19. Во время пандемии COVID-19 крайне важно обеспечить бесперебойное оказание услуг по профилактике и лечению вирусных гепатитов. Сюда я бы еще добавил такую важную составляющую, которую можно назвать просвещение. Человек больше будет защищен, если он знает, от чего и как это сделать. Поэтому я считаю, что в масштабах каждой страны необходимо создание просветительных программ, чтобы люди знали, как уберечь себя от гепатита В и С. На этом слайде я хотел бы вам показать одну такую, дать историческую справку. Это такая маленькая выдержка из известной работы Дейхерта и Гаста, опубликованной в 1982 году. Здесь представлены градации эндемичности разных регионов мира по данным литературы. Вот эти два уважаемых нами автора сделали вот такой, сейчас бы, может быть, мы сказали, мета-анализ, и получили следующие данные. Первая позиция – низкая эндемичность, когда инфицировано примерно 4-6% населения, частота обнаружения HBS-антигена 0,1-0,5% и очень низкая частота вертикальной передачи. К таким странам относятся страны Северной, Центральной и Западной Европы, страны Северной Америки, страны умеренного климата Центральной и Южной Америки, Австралия. Промежуточная у них названа эндемичность. Инфицировано 20-40% населения, HBS-антиген определяется от 1 до 7%. К таким странам и таким регионам относятся страны Восточной и Южной Европы, Среднего Востока, Юго-Западной Азии, Северной Африки, Японии. Высокая эндемичность региона, где от 70 до 95% населения инфицировано вирусом гепатита В, частота обнаружения HBS-антигена до 20%. К таким относятся большинство стран Юго-Восточной Азии, Тропической Африки и отдельно выделен Тайвань. И следующий слайд. Это уже данные 2015 года. Здесь чуть больше градаций по частоте определения HBS-антигена, но они практически вписываются в ту, которую нам предложили Дейхерт и Гаст. Низкая эндемичность – это HBS-антиген определяется до 2%. И вот перечисление тех стран и регионов, оно практически полностью совпадает с тем, которое представлено Дейхертом и Гастом. Частота определения HBS-антигена ниже средней, там, где его определяет от 2 до 5%. Это регионы Восточного Средиземноморья, большинство стран Восточной Европы. Сюда же мы можем отнести Россию. Выше средней. Это HBS-антиген определяется от 5 до 8%. Большинство стран Африки, Гаити, Китая, Джибути, Сомали, Судана, страны и государства Тихого океана, государства Центральной Азии. И высокая частота обнаружения HBS-антигена более 8%. И, как вы видите, здесь я оставил пустую графу. Сделал это умышленно, потому что большинство стран, которые относились к высокой эндемичности по Дейхерту и Гасту, они, в общем-то, за счет вакцинации вышли из нее. Но, тем не менее,
вот обратите внимание на то, что практически за 38 лет, если просуммировать в общий срок, практически ничего не изменилось. Несколько лучше стало с точки зрения высокой эндемичности. Вот. Эти страны перешли в категорию выше средней, что тоже можно считать хорошим результатом. Но я бы обратил внимание на то, что насколько инерционно вот это заболевание, то есть насколько трудно его искоренение, с какими трудностями встретится любая стратегия борьбы с ним. И здесь нужно просто набраться терпения и методично продолжать работу. Я перейду сейчас к краткой характеристике ситуации с гепатитом В и С в России. Вот кривая, которую многие из нас уже хорошо видели. Вот момент начала вакцинации против гепатита В, снижение. И вот последние годы, когда мы получили практически низкую, можно назвать, заболеваемость острым гепатитом В, и медленно снижающуюся заболеваемость хроническим гепатитом В. Несколько особняком стоит 2020 год, но вот эта заниженная цифра в 4,3 на 100 тысяч населения, я думаю, пока мы можем связывать именно с пандемией COVID и переориентацией медицинской инфраструктуры именно на эту болезнь. И до гепатита несколько не дошли, что до В, что то до С. Вот примерно такая же картина, только С, ну, такую имеет довольно характерную кривую, немножко с подъемом, потом со снижением примерно с 2010 года и за падение показателя на 2020 год, ну, о чем я сказал выше. Есть еще один очень важный показатель, который отражает некую общую ситуацию. Эти данные по Российской Федерации. Здесь представлена динамика учета пациентов с хроническими бессимптомными формами гепатитов В и С в Российской Федерации, которые стоят на учете на 31 декабря каждого отчетного года. Здесь представлен интервал с 2014 по 2020 год. И мы можем увидеть довольно стабильную такую картину, где показатели таких пациентов где-то от 160 до 176, вот максимальный показатель, и особой динамики не имеют. Примерно та же ситуация с гепатитом С, но только в 3 раза более высокие показатели. И мы можем констатировать, что несмотря на некое кажущееся улучшение по показателям заболеваемости хроническими формами этих заболеваний, тем не менее общее количество, это не эти совокупные показатели, их остается достаточно высоким. И в пересчете на население Российской Федерации вы можете представить, что число инфицированных людей, состоящих на учете, без учета остальных, очень велико. Хочу напомнить вам, кому мы обязаны открытием этих двух заболеваний. Это исторические личности. 1963 год, открытие австралийского антигена. 1976 год, получена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие вируса гепатита В, исследования в области лечения гепатита В. Автор Барух Самуэль Бламберт. К сожалению, не покойный. Гепатит С. 1989 год, открытие вируса гепатита С. 2020 год, получен Нобелевская премия за открытие этого вируса. Альтер Фултон Райс. Вот основные достижения по проблеме гепатита В. Вот их временная характеристика. 1972 год. Твердофазный радиоиммунологический анализ. Тот, который назывался АУСРИ. Многие из нас, особенно старшее поколение, им пользовались достаточно активно. 1978 год. Секвенирование, клонирование ДНК вируса гепатита В. 1981 год. Выявлена связь между носительством HBS-антигена и гепатоцеллюлярной карциномой. Это вот большой комплекс работ доктора Бисли, который он проводил на Тайване. Хорошо известный в те годы работы. И в том числе по вакцинации против гепатита В. 1988 год. Выявлено и показано существование генотипов вируса гепатита В. От А
до D. Различие в геномах на 8%. Это доктор Акамото предложил такую классификацию. 90-й год. Обнаружены белки вируса гепатита B с онкологическим потенциалом. Это при S, S и белок X. Ну, сегодня можно говорить, что не только эти, но предмет отдельного разговора. 91-й год. Введена международная единица. Определить количество ДНК вируса гепатита B при определении биологических субстратов. 1995 год. Внедрение метода ПЦР в лабораторную практику. Это было серьезное достижение, которое очень поспособствовало распространению знания о гепатите и представлению о его патогенетических механизмах. 2004 год. Расширение генотипической классификации вируса гепатита B. Новые генотипы, разделение некоторых генотипов вируса на субгенотипы. Здесь я хотел даже поставить такую пустую клетку с тем, чтобы задать вопрос уважаемым докторам, присутствующим на этом конгрессе. А что бы вы могли спрогнозировать на сегодняшний день? Какое главное достижение могло бы быть, которое помогло бы нам в искоренении этого заболевания? У меня есть некие версии, но я думаю, что мы каждый можем предложить что-то свое. Гепатит С. Вот та же самая последовательность. 89-й год. Идентификация вируса. 90-й год. Первые иммуноферментные тест-системы для детекции маленького фрагмента, который назывался С103. 93-й год. Идентификация 6 генотипов вируса гепатита С. 98-й. Применение рибавирина для лечения вируса гепатита С. 2011 год. Разработаны препараты прямого действия для лечения гепатита С. 12-й год. Обнаружение вируса, принадлежащего роду гепатоцеловирус у домашних лошадей. 15-й год. Обнаружение вируса, принадлежащего роду гепатоцеловирусу у летучих мышей, грызунов, обезьян, коллобусов. 2014 год. Дополнение генотипического разнообразия вируса гепатита С. В итоге 7 генотипов и 64 субтипа. И тоже здесь можно было бы сказать, что большим открытием явилось открытие и применение пангенотипических препаратов для лечения. Но уже в последнее время появились сообщения, что эти препараты не позволяют абсолютно искоренить в организме человека это заболевание, и уже описаны случаи рецидивов. Хотя средство дает нам очень хорошие результаты и неплохие перспективы. Каким образом происходит изучение, какие главные направления изучения, вот объекты изучения гепатитов В и С? Это первая группа исследований. Это направленное на изучение возбудителей. Что здесь определяется? В первую очередь генетическую вариабельность этих вирусов. Какие нуклеотидные замены в отдельных генах, функции белков вируса гепатита B и вируса гепатита С. На этот счет опубликовано много работ, но анализ показывает, что на самом деле не так уж их и много, и хотелось бы видеть интенсификацию исследований. Второе направление – это по механизму передачи. Это, по сути, работа по определению устойчивости вируса во внешних средах, основные пути передачи, факторы передачи, то есть вот такое эпидемиологическое направление изучения. И последний объект – это восприимчивый организм, популяция. Когда изучается уже организм человека во взаимодействии с этими вирусами. Здесь основное направление – это простые нуклеотидные полиморфизмы, терапия, патоморфология. Появилось новое, довольно интересное направление исследования и перспективное, которое, возможно, поможет открыть некие новые механизмы. Речь идет о альтернативном сплайсинге при инфекциях, вызванных вирусом гепатита B и C. Сам сплайсинг, явление сплайсинга было открыто в 1977 году Филиппом Аляном Шарпом и Ричардом Робертсом. В 1993 году за это получена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие интронов в эукариотической ДНК и механизмов сплайсинга гена. Вот эти достойные люди.
Альтернативный сплайсинг – это механизм, детерминирующий продукцию различных изоформ МРНК, предшественником МРНК в процессе удаления интронов и или альтернативное включение или исключение экзонов. Экзон – это кодирующая область ДНК, которая кодирует аминокислотную последовательность функционального белка. Интроны – это не кодирующие области транскрипта РНК или кодирующие его ДНК, которые удаляются путем сплайсинга перед трансляцией. Ну, вот здесь представлена схема, как это осуществляется. Я думаю, что мы все ее прекрасно понимаем. Какие существуют варианты альтернативного сплайсинга? Вот здесь их представлено несколько вариантов. Это вот консервативный первый вариант, когда что нужно сделать, то и делается. А дальше варианты, когда может быть убран какой-то экзон, исключен из сплайсинга, когда может быть добавлено 5 штрих сайт, 3 штрих сайт, перепутаны места, вставлен интрон, ну и так далее. Разные варианты. То есть это вот варианты альтернативного сплайсинга, которые описаны, и сегодня о них есть представление. Проблема в том, что альтернативный сплайсинг, собственно, является, с одной стороны, механизмом эволюции генов человека, а с другой, когда происходит какое-то нарушение, могут транслироваться онкологические белки с онкологическим потенциалом. Сегодня в базе данных записана информация о более чем 11 тысяч событий для примерно 4500 генов человека у пациентов с гепатитом В и гепатитом С. И здесь вот представлены 4 основных онкобелка, которые продуцируются в результате альтернативного сплайсинга. И в основном это описано на азиатской расе, где гепатит В представлен наиболее широко. Здесь описан некая такая схема условная альтернативного сплайсинга, в результате которого развивается гепатоцеллярная карцинома. На вот этой на схеме, вот второй ряд, это представлены протяженности сплайсированной РНК. 3500 пар нуклеотидов, 2,4, 2,1, 0,7. Вот 3500 пар нуклеотидов – это, по сути, больше, чем сам геном вируса гепатита В, который составляет 3,2 пар нуклеотида с делитированной зоной на 30%. А дальше с нее считывается 14 сплайсированных белков, два из которых, выделены красным, обладают прямым канцерогенным действием. Еще одно направление исследований в последнее время ставшее достаточно заметным в изучении вирусных гепатитов, это простые нуклеотидные полиморфизмы. Они представляют собой минимально возможные варианты генетического кода, замену одного нуклеотидного основания на другое. Здесь на схеме в таблице представлены варианты простых нуклеотидных полиморфизмов, которые описаны в связи с развитием цирроза печени и гепатоцеллярной карциномы у пациентов с хроническим гепатитом В и с хроническим гепатитом С. Надо сказать, что это направление исследований сейчас достаточно активно в мире развивается и начаты работы, и в том числе и в нашей стране. На этом позвольте закончить. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Станислав Николаевич, за столь интересный доклад. Вы осветили и проблемы, которые стоят при изучении гепатита В и С, и самое главное, обозначили перспективы и задачи, которые стоят перед наукой в исследовании этих гепатитов. Я еще раз хочу сказать, что вопросы могут поступать на чат, и мы обязательно в письменном виде или каким-то образом на них ответим. Спасибо большое, Станислав Николаевич. И теперь я с огромным удовольствием хочу объявить следующий доклад. Это доклад доктора Дробиняка Жана Андреевича, руководителя лаборатории Центра по контролю заболеваемости Соединенных Штатов Америки, нашего большого друга. Доклад называется «Наращивание лабораторного потенциала для элиминации гепатита С, обеспечение качества и возможности для исследования». Я хочу сказать,
что Жан Андреевич является одним из ведущих исследователей в области вирусных гепатитов, и мы сейчас с удовольствием послушаем его выступление. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня я расскажу о наращивании лабораторного потенциала для ликвидации гепатита С от оценки до национальной программы внешнего обеспечения качества и новых возможностей для исследований. Непрерывный процесс диагностики гепатита С включает скрининг, установление связи с медицинскими учреждениями, подтверждение активной инфекции, лечение и результаты. И на всех этих этапах очень важна диагностика, которая начинается со скрининга на антитела и последующего определения уровня базового с помощью теста на РНК, иногда генотипирования, а затем через 4 недели снова повторное обследование на гепатит С, лечение и через 12 недель тест SVR, который также является неотъемлемой частью процесса изучения вируса гепатита С. Как видите, диагностика очень важна в стратегии ликвидации гепатита. Однако любая диагностическая деятельность требует прежде всего оценки, чтобы увидеть, каков потенциал в регионе или стране. На основе этой оценки необходимо дать соответствующие рекомендации и внедрить усовершенствования в лабораторную диагностику. Так, в 2015 году Министерство здравоохранения Грузии обратилось в Центр по контролю заболеваний с просьбой провести оценку лабораторной системы с использованием 10 элементов системы качества и подготовить страну к внедрению серологического обследования и потенциальной программы ликвидации гепатита С. И в ходе этой оценки мы использовали так называемый HEPA-LAT, который представляет собой систему оценки 10 элементов качества, и мы провели работу в 19 различных лабораториях, 10 лабораторий общественного здравоохранения и 9 клинических лабораторий. У нас был очень большой диапазон показателей, возможностей этих лабораторий в среднем от 85-79-92% в лабораториях национальной системы здравоохранения до 64%. С большим диапазоном от 42 до 92% клинических лабораторий. И многие из них были частными лабораториями. И эти лаборатории также имели очень разный общий годовой объем тестов. По оценкам 2014 года от 5000 в государственной системе здравоохранения до примерно 50 тысяч в клинических лабораториях, согласно этой оценке, мы определили наиболее важные области, где мы должны применять наши улучшения, и это было в основном в лабораториях общественного здравоохранения. И в основном это касалось анализа и просто улучшения возможностей различных тестов, которые там используются, особенно на вирусный гепатит в частных и клинических лабораториях. Существуют проблемы с качеством, например, с биобезопасностью, с контейнерами оборудования и подобные проблемы существуют. И затем, используя эту оценку, мы фактически предложили рекомендации по улучшению качества диагностики именно в этих лабораториях. Оценка показала, что государственно-частная модель предоставления диагностических и лечебно-контрольных тестов в национальных государственных лабораториях здравоохранения была построена при поддержке правительства США в различных районах и включала в себя сельские, зональные и национальные лаборатории, то есть лаборатории различного уровня. В то же самое время, в 2015 году, эти лаборатории не проводили большого количества тестирований на гепатит С, но они проводили скрининги на вирус и скрининг на гепатит Б, но объем тестов в то время был низким, и у клинических лабораторий был большой опыт, много тестов на вирусную нагрузку и генотипирование, а также это
Это были медицинские центры с государственными лабораториями, и эти лаборатории участвовали в обеспечении лечения пациентов, поэтому, очевидно, возникла необходимость в создании национального такого референсного центра стандартов и внешней программы обеспечения качества, чтобы сделать качество диагностики более гармонизированным, единообразным в Грузии между государственными лабораториями здравоохранения. У них очень хорошая инфраструктура, клинические лаборатории, которые имеют очень хороший опыт диагностики. С 2015 по 2021 год лаборатории в Грузии провели более 2,3 миллиона скрининговых тестов. Это примерно 50-кратное увеличение объема тестов с того времени, когда мы проводили нашу оценку. Стратегические планы, в общем-то, задавали планку скрининга на гепатит С более чем примерно 90% населения, а система управления качеством была призвана предотвратить ошибки и снизить стоимость. Одним из первых шагов реализации внешнего контроля качества и улучшения контроля и повышения квалификации персонала в Грузии в лабораториях общественного здравоохранения было проведение первого национального обследования здоровья населения на инфекции гепатита С, что произошло в 2015 году. И это обследование фактически предоставил возможность не только узнать больше о диагностике вирусного гепатита и внедрить новые стандарты качества, но и фактически практиковать и проводить это обследование с новыми дополнительными знаниями. Первым шагом, который мы предприняли в то время, было обеспечение качества работы лаборатории путем проверки тестов. Когда мы приезжали, тесты уже были закуплены в лаборатории, поэтому нам было необходимо работать с тем, что еще оставалось в наличии для исследования. И мы действительно провели проверку тестов, используя панель для серологических тестов и внешнюю панель обеспечения качества для общественной помощи. Обе панели были получены из ЦКЗ. Мы многократно тестировали эти образцы в наших лабораториях. Они служили нам в качестве референтной панели для работы с вирусом гепатита С. Лаборатории в то время использовали эти образцы для анализа. И в ходе проверки мы определили, что чувствительность и специфичность этого теста были хорошими. Показатели составляли 97%, воспроизводимость была просто отличные, 100%. Мы также провели проверку не только в рамках национальной лаборатории, но и между различными лабораториями, которые участвовали в исследовании на зональном уровне. Тесты на нуклеиновую кислоту гепатита С были производства Сакачи, Италия, и чувствительность и специфичность составляли около 90%. Воспроизводимость была довольно низко, она составляла всего 59%, и когда мы провели анализ первой причины этой проблемы, мы определили, что полное выделение нуклеиновой кислоты не было оптимизировано в этих исследованиях. Мы рекомендовали оптимизацию с использованием пропусков на более стандартные и более обоснованные эссе. И общее выделение нуклеиновой кислоты во время подготовки к исследовательским работам это было достаточно напряженно. Мы обучили 45 сотрудников лаборатории здравоохранения в местных лабораторных центрах, зональных и национальных лабораториях. Мы разработали протоколы и утвердили тест на вирус гепатита С, тест на нуклеиновую кислоту, как вы видите, и мы провели внешнюю проверку качества в ЦКЗ, которая показала 99% результат. Этот тренинг или обучение, которое мы провели для персонала лаборатории, было проведено на аналитической фазе, на этапе пост-анализа, на этапе анализа и проверки аналитических данных и отчетности. Надежность тестирования является краеугольным камнем научно обоснованных действий в любом учреждении здравоохранения.
Внешнее обеспечение качества, как я уже упоминал, было проведено. Кроме того, в ФЦКЗ мы привезли образцы из исследований и проверили с помощью нашего теста, который мы используем в национальном исследовании оценки здоровья и питания. Он показал 99% совпадений, что позволило нам быть уверенными, что результаты, полученные в Грузии, очень точные, сопоставимы с результатами, полученными нами в национальном обзоре, а также сопоставимы с данными, которые обычно публикуются в рецензируемых журналах. Серологическое исследование показало, что распространенность составила 7,7%. Самая высокая распространенность была среди людей в возрасте от 30 до 35 лет, в основном среди мужчин. Это очень важная информация, потому что впоследствии она была использована при разработке стратегического плана по ликвидации борьбы с гепатитом С. Кроме того, очень важная информация была собрана в ходе серологического обследования для определения факторов риска, и было предложено следующее. Некоторые действия должны были быть предприняты на производственных участках и службах. Прежде всего, мы обратили внимание на группу риска внутривенных наркоманов. Неудивительно, что переливание крови было еще одной областью, где были определены факторы риска. И где действительно люди подвергались риску. И борьба с гепатитом С была также связана с сообщениями о том, что в тюрьмах есть эта проблема. В 2016 году, используя этот научно обоснованный подход, в Грузии был разработан стратегический план ликвидации гепатита С, и фактически это был первый план в мире, который послужил образцом не только для Грузии, но и для многих других стран мира. И следуя этому плану, ВОЗ фактически приняла цель ликвидации гепатита С к 2030 году. Но я бы сказал, что это уже другая история, потому что теперь все в мире участвуют в ликвидации гепатита С в своих странах. Однако одним из главных столпов или оснований в стратегическом плане ликвидации гепатита С была стратегия номер 4, которая заключалась в улучшении лабораторной диагностики гепатита С. Мы очень четко понимали, что если мы улучшим лабораторную диагностику, это станет определенными воротами для гораздо лучшей диагностики в целом по стране. И поэтому возникла необходимость создания национальной внешней программы обеспечения качества для лабораторий общественного здравоохранения, клинических лабораторий и национальной лаборатории общественного здравоохранения. Кроме того, хотя Центр уполномочен Министерством здравоохранения служить объективным внешним поставщиком услуг по обеспечению качества, у них есть соответствующее оборудование и персонал, они имеют аккредитацию ISO 17043 аккредитации, они продемонстрировали очень хорошие показатели, также промежуточную национальную программу внешней гарантии качества, предоставленные программы проверки квалификации колледжа американских патологов уже в 2017 и 2018 годах. Текущая внешняя программа обеспечения качества включает в себя гепатит С, вирусную нагрузку, генотипирование. Программа была запущена в мае 2017 года. Дальнейшие планы включают также квалификационное тестирование не только в лабораториях общественного здравоохранения, но и в станциях крови. Мы создали систему с внешним координатором программы обеспечения качества с технической консультативной группой. Затем у нас было администрирование, логистика. У нас технический отдел, который занимался образцами, подготовкой, определением характеристик, а также управлением данными и отчетами. Были созданы национальные панели проверки квалификации с использованием местных материалов.
Это было обнаружено в образцах плазмы, сыворотки из банков из станций крови, а также, конечно, в отрицательных образцах, которые мы получали. Мы также получали материалы из банков крови. Мы характеризовали, подготавливали и хранили около 1000 хорошо описанных, охарактеризованных образцов. Образцы плазмы мы ежемесячно проверяли стабильность этого квалификационного теста. Мы проводили также постоянный мониторинг и документирование IQC. Мы подготавливали документы на двух языках, мы отправляли панели, собирали, анализировали данные, предоставляли отчеты для участия в лаборатории. И если у лаборатории возникали проблемы в ходе проверки квалификации, мы обеспечивали последующую поддержку и сохраняли конфиденциальность данной программы. Таким образом, лабораторная диагностика для выявления и генотипирование гепатита С – это, по сути, государственно-частная модель предоставления тестов для диагностики и мониторинга лечения в 2017 и 2021 годах. Ежегодно от 10 до 18 ПЦР-лабораторий участвовали во внешней программе обеспечения качества. И вы можете увидеть лаборатории на этой карте – Кутаиси, Батуми и ряд других городов. Программа внешнего обеспечения качества должна была определить, что в Грузии существует большое разнообразие методов, наборов и оборудования, и мы характеризуем эти платформы, диагностические платформы. У нас было 11 платформ для изоляции, 12 различных платформ для оборудования, 10 различных наборов для анализа и так далее, и так далее. Так что это большое разнообразие, очень трудно поддерживать стабильные, согласованные результаты данных, полученные при таком большом разнообразии. Поэтому наличие внешней программы обеспечения качества, проверки квалификации была очень полезна, проверка квалификации была полезна для получения стандартного способа диагностики гепатита С. Результаты с 2017 по 2021 год вы можете увидеть на этом слайде, на этой панели. Это программа проверки квалификации, которая основана на экспертной оценке. Очень трудно, потому что у нас было большое разнообразие, очень трудно создать отдельные группы для каждой платформы, поэтому мы проводили коллегиальную оценку. И как вы можете видеть, большинство результатов, 81 до 80% лабораторий имели вариации в пределах одного стандартного отклонения в вирусной нагрузке. Остальные лаборатории имели в основном одно или два стандартных отклонения. И очень немногие лаборатории имели больше, чем два или три стандартных отклонения. Также мы предоставили панели для определения точности генотипирования результатов. И как вы можете видеть, наша панель включала генотип 1, B и 3 в начале. Это наиболее распространенные генотипы в Грузии. И затем позже мы включили рекомбинантный генотип 1B2 и генотип 3. Затем мы включили также комбинацию этих генотипов в панель, которые увеличили, конечно, вызов или проблемность для лаборатории. Таким образом, мы смогли определить лаборатории, которые использовали, скажем, неадекватные тесты. Реализация программы ликвидации гепатита С предоставляет лабораториям широкие возможности для исследований, и это основано на том, что у нас есть огромное уникальное хранилище образцов в национальном центре, репозитарий, и лаборатория полностью оснащена несколькими серологическими платформами от Abbott, и также
молекулярными платформами от Abbott. У нас также есть генные экспертные платформы для диагностики вируса в пунктах оказания помощи, а также основанные на ядре антигена вируса. У нас есть возможности проведения нескольких реальных полевых исследований для определения осуществимости этого анализа для активной инфекции гепатита С. Возможности секвенирования следующего поколения биоинформационной возможности значительно расширились благодаря исследованиям в этой лаборатории. Большое количество образцов, большая вариабельность, вариативность гепатита С дали возможность увеличить мощность секвенирования следующего поколения биоинформатики. В центре Лугар мы разработали и создали первый международный центр, который представляет собой глобальную технологическую сеть наблюдения за вспышками гепатита, и это помогло выявить, эта сеть помогла выявить передачу, цепочку передачи гепатита С, получить доказательства эффективности вмешательства и изучить устойчивость к комбинированным препаратам, чтобы повысить частоту ответов и результативности лечения. Этот слайд показывает результаты нашего исследования. Исследования антигена для скрининговых программ определили, что 98,3% РНК вируса гепатита С положительных образцов действительно можно обнаружить, применяя антиген ядра вируса гепатита С, начиная с очень низкой концентрации вируса, примерно 3 единицы. Целесообразность исследования антигена ядра также была определена в мониторинге лечения. Мы исследовали последовательные образцы от включенных в программу пациентов в Тбилиси, в Батуми, выполнив работу почти с 1000 образцов на базовом этапе лечения. Как вы можете видеть на этом слайде, антиген гепатита С с РНК вирусом гепатита С был довольно высокий показатель, между 95 и 99% на четвертой неделе и до 100%, 98% в конце лечения. Анализ на антиген вирус гепатита С, внедрение анализа на антиген вирус гепатита С на самом деле дает очень хорошую возможность снизить стоимость программы. Например, Министерство здравоохранения одобрило использование основного антигена вируса гепатита С для тестирования на активную инфекцию после скрининга на вирус гепатита С в общей популяции на базовом уровне. И фактически это снизило стоимость принятой программы на 50%. Исследовательские возможности действительно были великими в Грузии, и мы вместе с нашими грузинскими коллегами добились большого прогресса в определении молекулярной эпидемиологии гепатита С, и мы охарактеризовали первое национальное репрезентативное исследование, и мы определили, что существует повышенный определенная принадлежность этническая одной рекомендации среди ВИЧ-инфицированных, это 13%, это без прецедента, нет такого ни одной в одной области мира, где мы видели такой высокий уровень. И это показало, что нам нужно было проводить генотипирование и секвенирование. Для определения этого также необходимо проводить для определения этой рекомбинантной цепочки. И молекулярное исследование в Грузии и других географических регионах было очень важным с точки зрения рекомбинанта, и мы понимали, что это происходит в основном среди людей, которые вводят наркотики в вены, и, конечно же, усилия были увеличены, чтобы обеспечить дополнительные возможности для профилактики передачи гепатита С в этих группах населения. И, как я уже упоминал, в Грузии в
Впервые была внедрена технология глобального эпиднадзора за вспышками гепатита. И обе площадки были внедрены сначала в Грузии, а затем дополнительно в нескольких других странах региона. И, конечно же, наш штаб находится в нашей лаборатории. Это дает возможность лабораториям загружать свои секвенирования в виде веб-характеристики. Затем платформа определяет кластер передачи, потенциальный источник. Подводя итог, лаборатория играет жизненно важную роль в реализации программы ликвидации гепатита С. Проведенная оценка использования стандартных инструментов лабораторной оценки имеет важное значение для выявления уязвимых мест и целевого вмешательства. Внешнее обеспечение качества является критическим шагом для обеспечения качества в разнообразном диагностическом ландшафте, какой мы видели в Грузии, и национальный стандартный центр или референс-центр. Программа внешнего обеспечения качества необходима для оценки качества и улучшения лаборатории. Национальные программы внешнего обеспечения качества были крайне важны. Технические и консультативные группы, которые проводятся каждый год, обеспечивают определенный кворум для обмена информацией, постоянного совершенствования. Техника и экономические исследования поддержали утверждение нового антигена вируса гепатита С в качестве альтернативы активной инъекции, и это может снизить затраты почти на 50%. Массивное хранилище образцов лабораторной мощности и данные открывает возможности для исследования, а платформа позволяет выявлять заболевания во всем мире и осуществлять эпиднадзор за штаммами вируса. Программа внешнего контроля качества является примером того, как начать с малого, мыслить масштабно и задавать глобальные вопросы. Программа внешнего обеспечения качества может быть воспроизведена как в США, так и за рубежом. Расширение возможностей и создание глобальной сети для оценки качества диагностики действительно реально при таком подходе. Создание системы лабораторного качества для ликвидации гепатита С – это путь к улучшению общей лабораторной диагностики. Я хотел бы выразить признательность за помощь всем, кто принял участие в этой работе, и прежде всего коллегам из Грузии, министру здравоохранения, Национальному центру по контролю заболеваний, директору, заместителю директора, руководителям лабораторий в центре Лугар, центром, служебным центром, которые участвовали в различных исследованиях, конечно, усиливали поддержку при внедрении программы с самого начала. И я также хотел бы поблагодарить моих коллег здесь, которые помогли в развитии программы, а также помогают с исследовательскими возможностями здесь, в Атланте и в Джорджии. Спасибо вам большое. Спасибо огромнейшее, Жан Андреевич, за представленный материал. Вы знаете, мы с большой радостью наблюдали за теми исследованиями, которые проводились вами вместе с грузинскими коллегами, за теми успехами. Конечно, это впечатляет, и вы знаете, я хочу и вас поздравить, и грузинских наших друзей с теми замечательными результатами, которые вы получили. Спасибо большое. И теперь я объявляю следующий доклад нашего не менее значимого, не менее близкого друга Иркина Исааковича Мусабаева, Узбекистан, директора Института вирусологии, с которым нас связывает большая дружба и много лет работы. И он выступит с докладом программы элиминации гепатита С и снижения заболеваемости хроническим гепатитом Б в Узбекистане. Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Я очень рад участвовать, хотя и онлайн, но участвует в этой конференции, на которой я несколько раз присутствовал. Особое спасибо Михаилу Ивановичу, Михайлову, который пригласил меня участвовать в этой конференции. Ну, тема, видите, название доклада
посвящена, и вообще доклад посвящен той работе, которая проводится в последние 4-5 лет в Узбекистане по программе элиминации вирусного гепатита В и С. Цель пилотного проекта, мы будем говорить о пилотном проекте, но у нас уже идет национальная программа, и вот, значит, в прошлом году мы, позапрошлом году отработали эффективность упрощенных рекомендаций по скринингу и лечению хронических вирусных гепатитов для того, чтобы страна могла выполнить данный проект на национальном уровне и достичь цели ВОЗ по ликвидации вирусного гепатита С к 30-му году. Но так как это очень амбициозная и сложная задача, а мы работаем не только по гепатиту С, и все мои коллеги знают, что страна эндемична еще и по вирусному гепатиту В, мы взяли программу и сделаем скрининг и лечение и гепатита В, и гепатита С. Что касается по протоколу гепатита С, то там все ясно, там менять особо ничего не нужно, то есть мы диагностируем, потом, значит, пациентам больных, после этого 3 месяца лечим, потом через 3 месяца смотрим, есть ли вирус или нет в ПЦР, потом еще через 3 месяца смотрим. Что касается гепатита В, мы изменили протокол. У нас протокол национальный, он мало чем отличается от международных протоколов, где лечатся все больные с вирусной нагрузкой выше 2000 единиц. Но оказалось, что вот эта задача подразумевает еще включение дополнительных исследований. Как я показал в предыдущем слайде, мы, значит, упростили схему для того, чтобы максимально охватить больных с гепатитом С. На чем основано то, что лечит выше всех больных свыше 2000 единиц? Вообще надо сказать, что протоколы делают гастроэнтерологи, не делают инфекционисты. И они не думают о каких-то эпидемиологических аспектов. Все это основано на том, что осложнение, вот эта классическая работа тайваньская в 2006 году сделана, что если высокий уровень выше 2000 единиц, то и осложнение будет гораздо выше, как рак печени, так и риск развития циррозов. Но это как бы сиюминутно, но вот работа сделана такая, в общем-то, проанализированная литература, это Джоном Брайном в 2009 году, оказывается, что мы видим, когда делаем 2000 единиц, 3000 единиц или больше вирусной нагрузки, все это как бы сиюминутно. Но все может меняться, и оказывается, что в целом меняется в проценте почти в 20-40% больных, они могут переходить из активной стадии и неактивную стадию. И теперь, если мы посмотрим экономическую сторону в связи, это то, что тестирование на ДНК, количественное ДНК гепатита В в Узбекистане составляет где-то приблизительно $20-25. Но цены сейчас того же тенофовира такие, что в принципе, мы вот как у больного с ишемической болезнью сердца профилактически назначается аспирин, то то же самое можно делать с тенофовиром. Фактически мы можем его пожизненно, и сейчас последние работы и говорят, что его нужно у больных с хроническим гепатитом С получать пожизненно этот препарат. Ну и побочные эффекты. Так, и тенофовир, там какие-то разговоры, какие-то исследования были, что он как-то влияет на почечную функцию, ну, в том числе в нашем исследовании ниже 1%. Вообще это, эти показатели. То есть он практически безвреден, можно его назначать без каких-то дополнительного мониторинга. И вот самое главное, я говорил, что протоколы по лечению хронического гепатита В и С пишут гастроэнтерологи, которые не смотрят на эпидемиологические аспекты проблемы. Мы можем ли победить хронический гепатит, элиминировать или резко снизить гепатит В, если мы имеем больных с вирусной нагрузкой? Вы видите, вот на этом слайде показано, что вирусный гепатит В, он
высококонтагиозной инфекции. В общем-то, и он стоит по уровню контагиозности после туберкулеза и кори. То есть и ВИЧ-инфекция, и гепатит С гораздо менее контагиозны. Поэтому если в популяции есть больные даже с низкой вирусной нагрузкой, риск того, что они будут передавать эту заразу окружающим, будет очень высокая. И вот видите, что, вот если мы сравним, чему учат программы по элиминации и снижению резкому ВИЧ, вот изменение эпидемиологической картины ВИЧ-инфекции страны Африки с введением антиретровирусной терапии для всех пациентов без учета вирусной нагрузки. Вот когда уже вот в 2000-х годах начали назначать всем подряд, без учета вирусной нагрузки, пошло резкое снижение ВИЧ-инфекции, новых случаев. Потому что вирусов больной-то есть хронически с тем же ВИЧом, но фактически он не передает вирус окружающим. То есть подобная картина может будет наблюдаться и при гепатите В, если мы максимально подавим вирусную нагрузку и не будем мерить ее у каждого больного до того, как лечить. Теперь какие научная, какая база вот этого подхода имеется? Ну, вы знаете, что по протоколу все лечат, но если больные еще коинфицированы с HIV, с ВИЧом, гепатит В, то там в протоколы применяются тенофовир, и вы видите, это гонконгская работа, что фактически, значит, они вот 15 лет смотрели, наблюдали за этими больными коинфекцией, и видите, что где-то у нас здесь получилось, что вот 20-39 тысяч, если случаев этого не было гепатоцеллярного карцинома, то всего 2 тысячи в течение 15 лет было в группе тех у коинфекции. А если мы это сравним с моноинфекцией, то там картина гораздо хуже. То есть это наблюдение можно объяснить более низким порогом тяжести заболеваний печени, потому что противовирусного пациента с коинфекцией гепатита В и ВИЧ по сравнению с пациентом с моноинфекцией была начата гораздо раньше без оценки вирусной нагрузки. Американская работа на более, еще более масштабная. Вот видите, что моноинфекция случая в группе и коинфекция, и вот значит риск фактически почти в полтора раза ниже развития гепатоцеллюлярной карциномы, когда лечат всех больных. То есть фактически коинфекции, там ВИЧ-инфекция. И казалось бы, что наоборот, должно быть больше развиваться гепатоцеллюлярная карцинома, она не развивалась, она почти в полтора раза ниже у коинфицированных из-за того, что они все получали без учета вирусной нагрузки гепатита В, получали тенофовир. Значит, тут получилось, что в полтора раза ниже у нас получилось риск развития гепатоцеллюлярного карцинома. Ну и в заключение, значит, мы можем сказать, что у HBV-инфицированных пациентов вообще абсолютная частота гепатоцеллюлярного карцинома была ниже у пациента по сравнению с коинфекцией ВИЧ, по сравнению с моноинфицированными пациентами. После поправки на демографические характеристики, исходные условия использования лекарств коинфекции оставалось ассоциировано со значительным снижением долгосрочного риска гепатоцеллярного карцинома по сравнению с больными моноинфекцией, получавшими лечение противовирусными препаратами. Эти результаты согласуются с результатом других когортных исследований, включая исследование на то, что я показывал из Гонконга. Если предположить, что коинфекции ВИЧ является показателем более раннего доступа к противовирусной терапии гепатита В, эти данные свидетельствуют о том, что универсальное лечение пациента с хронической инфекцией HBV может снизить риск развития гепатоцеллюлярного карцинома. Ну и вот последнее, то, что я хотел представить, уже на ИЗЛ в 2020 году была французская работа, где коллеги наши французские
сделали заключение лечения всех пациентов, как только диагностирован хронический гепатит Е, Б является самой экономической стратегией во Франции. Это раннее лечение болезни, уменьшение осложнений, связанных с хроническим гепатитом Б, циррозом, гепатоцеллярным карциномом. Необходимо расширить право на лечение хронического гепатита Б, независимо от фиброза и фазы заболевания, и упростить текущее лечение рекомендаций. Видите, они тоже говорят, что нужно упрощать и лечить всех больных с хроническим гепатитом Б. И вот эта выписка из протокола пилотного исследования, утвержден Национальным этическим комитетом, мы, в общем-то, получили разрешение законодательно в Министерстве здравоохранения лечить всех больных, вне зависимости от того, какая у них будет вирусная нагрузка. И вот начата была работа в 2019 году, вы видите, здесь идет для, значит, как бы каскад чего и как все делается, все это... Видите, очень быстро можно, значит, сделать, потому что вот мы сделали его хронометраж, регистрация 1 минута, значит, тестирование быстрым тестом 2 минуты, забор крови 8 минут. Фактически 15 минут уходит на то, чтобы провести исследование одного больного. Это очень большое значение имеет, вы знаете, если это делать стандартными иммуноферментным методом, то это затраты будут, временные затраты и трудозатраты будут гораздо более высокие. Значит, методология, скрининг, лабораторная связь и связь с лечением. Обследовалась в пилотном проекте на гепатиты С и Б, проводилась в поликлиниках, расположенных в городе Ташкенте. В общей сложности 13 поликлиник участвовали в программе, 3-4 поликлиники работали одновременно. Каждый квартал к программе присоединялись 3-4 новые поликлиники, а поликлиники, работающие в предыдущем месяце, прекращали тестирование. Все пациенты с положительным результатом на HBS-антиген или на антиагенез проходили собеседы с медсестрой, обученной проводить краткое мотивационное интервью. В течение 3 месяцев пациенты программы UHEF, она так называлась, направлялись в НИИ вирусологии для консультации гепатологами. И вот везде дальше обратите внимание. Значит, как-то это у нас принято, что больных с хроническим гепатитом В и С нужно лечить, только могут лечить гастроэнтерологи или гепатологи, или инфекционисты. Мы сделали коррективы, поскольку осложнений этого лечения нету, и казалось, что гораздо более эффективно, если будут лечить этих больных все врачи общей практики. То есть у нас после вынужденной остановки, связанной с ростом коронавирусной инфекции, когда мы продолжили эту программу, уже лечили не врачи консультативной поликлиники Института вирусологии, а лечили врачи уже непосредственно поликлиники. И фактически больше больных шло на лечение именно к этим врачам. Методология, сбор данных, весов пациентов, ну, очень важно было составить медицинский реестр. Называется он REDCap. Ну, достаточно долго времени ушло, почти год, чтобы все это, в общем-то, настроить у нас, получить законодательное разрешение, потому что там участвовали международные организации, есть свои жесткие, как и во всем мире, в Узбекистане, законы о сохранении базы данных. Ну, все это мы прошли, и фактически все это в режиме онлайн, все это записывалось, и был создан единый регистр. И вот ключевая статистика проекта. Видите, проект UHEF стартовал 6 декабря 2019 года. В течение 7 месяцев 62 тысячи человек прошли скрининг на гепатит В и гепатит С. Скрининг проходил около 1800 человек в неделю. Было выявлено вот в городе Ташкенте 2691 случай с хроническим гепатитом В и 2219 с хроническим гепатитом С. Вы видите, что, значит, новые случаи, знающие свой статус, тоже приходили на всякий случай, потому что это бесплатное тестирование. Но новых случаев больше половины гепатита В. И самое главное, почти видите, у нас, значит, 74% случаев, но это новые случаи, это те больные, которые не знали, что у них статус есть. Ну, тут... Видно, это возрастные аспекты, кто больше. Ну, тут никаких новостей нет, действительно, с возрастом, поскольку
риск, шанс, что нужно получать парентеральное вмешательство, увеличивается в связи с этим, в общем-то, и большой значит, уровень заболеваемости 35 лет и выше. Но у нас это была программа, в общем, только 10% это получали они лечение как за счет программы вот UHF, это фонд американского SDF, Center Disease Analysis, ну так, и где-то 10% получали за счет бюджетных средств. Остальные 80% получали ну, за счет собственных ресурсов, и вы можете видеть, что это как-то вот, если они тестировали 88%, если уже прошли, только чуть больше половины они уже получали лечение, то есть они сами добровольно шли на лечение. То есть половина, к сожалению, в общем-то, не, даже узнав статус свой, они не шли на то, чтобы лечиться. Но вы знаете, что это 2020 год, это был год ковида, может быть, и это тоже отразилось на то, что вот все это отразилось на то, что вот так, такое количество. Мы посмотрим, что будет, когда мы будем реализовать национальную программу. Конечно, тут очень большое значение имеет мотивация больного, очень большое значение имеет, как это все будет преподнесено при помощи масс-медии, при помощи какой-то персональной работы с этими больными. Ну вот чуть больше с гепатитом В, потому что лечение, оно дешевле, поэтому 65%, вы видите, они уже после того, как протестировано было, 65% они начали лечить это состояние. Ну, когда мы посмотрели распространенность, то есть мы, у нас там была карта на больных, и откуда они вообще, то что это в городе Ташкенте достаточно, ну, как бы и с рабочими местами, это, ну, как и Москва, как и какие-то другие, значит, столичные города, там, значит, скапливаются мигранты внутренней миграции с других регионов, вы видите, что, видите, очень неравномерно оказалось, что распространенность HBS антигена. Также неравномерно тоже от 3 до 6% распространенность была антител гепатиту С. В связи с этим при составлении национальной программы мы вот сейчас, значит, за счет бюджетных средств было закуплено сейчас 500 000 тестов на гепатит В и гепатит С. И мы уже начали эту программу в 7 регионах, это как продолжение данной работы в 7 регионах, это Ташкент, Самарканд, Сафьянганская долина, потом, значит, Севдалинская область, Сурхандалинская, это граница с Афганистаном. Мы вот, значит, сейчас эту работу начали, опять-таки тут COVID свои коррективы внес, мы вот начали его после того, как на спад пошел COVID у нас в стране в сентябре месяце, мы его начали применять с сентября месяца, сейчас вот порядка 30 000 уже обследовано, ну не знаю, как мы быстро обследуем на 500 000 человек, я думаю, что 1-1.5 года, вот, ну да, дальше у нас большая работа законодательная, у нас постановление правительства о помощи, оно заканчивается этим годом, мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать новое постановление для получения бюджетных денег, ну, вообще-то мы планируем, если мы хотим решить проблему ВОЗ по элиминации гепатита С, к 30-му году резкому снижению к гепатиту В, то нам нужно тестировать где-то порядка 2 000 000 жителей нашей страны, чтобы охватить за 10 лет все, ну, взрослое население нашей страны. Я думаю, что мы, хоть это огромная работа, мы ее, значит, выполним. Я надеюсь, что мы периодически будем наших российских и нероссийских коллег оповещать об этой работе. Ну вот, мы благодарим всех, кто с нами работал. Вот вы видите,
это мы делали, когда все горело по ковиду, то есть обследование проводилось на улице для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. То есть мы не останавливались, мы только 2 месяца не работали, и проект мы остановили. Дальше мы просто, поскольку институт вирусологии был закрыт чисто на коронавирусную инфекцию, мы перенесли всю работу по поликлиникам. И оказалось, что это даже лучше. И больные, значит, шли на лечение больше, чем если бы мы их направляли в институт вирусологии. Ну, у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Евгений Александрович, за столь интересный доклад. Вы знаете, мы за вас так же рады, как и за наших грузинских коллег. Те результаты, которые вы представили, они действительно впечатляют. Я надеюсь, что следующую, если будет конференция, да и в любом случае мы увидимся, сможем обсудить эти еще результаты в устном формате. Ну а сейчас, если придут вопросы по чату, мы вам передадим и тогда попросим вас ответить. Еще раз большое спасибо. Передайте привет всем нашим узбекским друзьям. И я с большим удовольствием предоставляю доклад Наталье Николаевне Ладной и соавторам, которые представляют Центральный институт эпидемиологии. Доклад называется «Передача вируса гепатита С среди детей в онкогемологическом отделении медицинской организации региона, одного из регионов Российской Федерации». Наталья Николаевна, пожалуйста, мы с большим вниманием вас выслушаем. Глубоко уважаемый Михаил Иванович, глубоко уважаемые коллеги, я действительно очень вам признательна за такую честь поставить мой доклад в рамках этого заседания. И я буду рада рассказать о очень интересном случае расследования вспышки вирусного гепатита С среди детей в одном из лечебных учреждений Российской Федерации. Достаточно длительное это было эпидемиологическое расследование. Оно было начато управлением Роспотребнадзора по Амурской области в марте 2018 года по обращениям родителей и по поступлению экстренного извещения о выявлении хронического вирусного гепатита С у одного ребенка. И в конце 2018 года управление Роспотребнадзора территориальное завершила свое расследование и предоставила информацию о подозрении на формирование очага инфицирования вирусного гепатита С при оказании медицинской помощи в Федеральную службу Роспотребнадзора. И вот как, в общем, как только поступило это донесение, буквально на следующий день специалисты нашего института, Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, были направлены в Амурскую область с целью оказания организационно-методической помощи в расследовании. И при выезде непосредственно нами было уже установлено, что значительное количество там случаев заражения. Уже на месте мы установили, что по всей вероятности более 150 детей будет заражено среди пациентов этого отделения. Составили план работы, начали, собственно, получили образцы для исследования и начали работу, энергичную работу. Это очень энергичная, продолжалось 11 месяцев, вы видели список соавторов. Конечно, я не претендую отнюдь в том, что я проводила это расследование. Я, в общем, была равной среди равных. И, конечно, огромную работу проводили территориальные органы Роспотребнадзора в Амурской области. Исследование материалов, анализ документации проводился в территориальном управлении Роспотребнадзора и Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Огромный объем материалов был изучен, в частности, нами была изучена медицинская документация по почти 5000 контактных лиц. И обследовано почти 1600 пациентов медицинских организаций, 156 контактных в семейных очагах, 209 человек медицинского персонала и почти 800 доноров. Мы проводили генотипирование, филогенетический анализ. Нами были обследованы 106 образцов от 99 пострадавших детей. Некоторые образцы мы повторно забирали.
Ну, разумеется, проводились лабораторные исследования объектов внешней среды, как всегда это делается, смывы различные, с медицинских изделий, ряд других исследований. И вот как раз объем документации, он оказался, в общем, колоссальным. Мы не ожидали столкнуться с такими сложными задачами. Более 8500 документов всего было изучено, включая журналы учета инфекционных заболеваний по форме 60, списки детей, получавших стационарную медицинскую помощь в этой медицинской организации в период с 1997 по 2018 год. Истории болезни, выписки, заключения врачебных комиссий, различные донорские документы, журналы медицинских манипуляций, оборотно-сальдовые ведомости, данные регистра больных вирусными гепатитами, акты проверок и, конечно, безусловно, формы государственной статистической отчетности. В целях установления причинно-следственной связи, формирования хронического очага вирусного гепатита С в этом отделении медицинской организации, ну, в связи с тем, что мы понимали, что дети имеют ограниченные пути передачи ВИЧ-инфекции, половым путем они не заражаются, мы установили несколько гипотез, что дети могли заразиться при переливании крови от инфицированного гепатитом персонала в семейных очагах при каких-то гемоконтактах и при проведении парентеральных медицинских манипуляций в этой медицинской организации, которая, конечно же, сразу попала под подозрение. И вот был проведен ретроспективный анализ медицинской документации за очень длительный период времени, почти 20 лет. Стали проверять эти гипотезы. Первая гипотеза, конечно, была заражение при гемотрансфузиях, потому что медперсонал этой медицинской организации считал, что именно при гемотрансфузиях происходило заражение, и настаивали на этой версии. Но посмотрите, оказалось, что среди наших детей, которых на тот момент мы уже установили как больных вирусным гепатитом С, получали гемотрансфузии только 37%, остальным гемотрансфузии не проводились. Мы стали повторно обследовать доноров, они были отрицательные на момент гемотрансфузии в прошлые годы, но мы их повторно обследовали и выявили два больных вирусным гепатитом С донора. 29 доноров нам, правда, не нашлось найти, но это было всего лишь там 3% с небольшим. И наша основная гипотеза, что первый вероятный источник ВИЧ-инфекции в этой медицинской организации, ребенок номер один, да, любой пациент, вот он как раз, по всей вероятности, заразился при гемотрансфузиях, но это происходило в период с конца 96 по январь 97 года, и, к сожалению, медицинскую документацию нам обнаружить по этому конкретно переливанию крови не удалось, потому что в связи с наводнением в Амурской области документы эти были утеряны. По результатам генотипирования филогенетического анализа образцы пар донор-реципиент эпидемиологически не были связаны. Правда, у нас, как многое в этом расследовании, один казуистический случай все-таки обнаружился, что оказалось, что один из доноров и один контактный ребенок из очага оказались связаны эпидемиологически по результатам генотипирования, но конкретно от этого донора этот ребенок гемотрансфузии не получал. А в свою очередь донор оказался удивительным образом очень больным человеком. И донор этот получал парентеральные манипуляции в той же самой медицинской организации, что и ребенок. Ну, то есть мы отвергли эту версию. Оказалось, что эти дети не могли заразиться при гемотрансфузиях, подавляющее абсолютно их большинство. Доля медицинских работников, которых мы обследовали на гепатит С и у которых выявили маркеры вирусного гепатита С, составила около 3%. И среди матерей, членов семей больных детей, мы тоже выявили порядка 3-4% больных вирусными гепатитами. Но по результатам генотипирования и филогенетического анализа образцы больных детей и медработников не были эпидемиологически связаны с образцами крови детей. Более того, родители и медработники другие генотипы вируса имели по сравнению с детьми. Четвертая гипотеза, которую мы отрабатывали, это инфицирование при проведении парентеральных манипуляций медицинских. И нашим расследованием было подтверждено, что всегда заражению здорового ребенка предшествовали парентеральные манипуляции, конкретно в этой медицинской организации. Причем проведенные одновременно с больными
вирусным гепатитом С детьми. Все дети поступали на лечение в эту медицинскую организацию без маркеров вирусного гепатита С. Ретроспективно и оперативно были установлены нарушения медперсоналом, правил обработки рук, правил ухода за сосудистыми катетерами, отбора проб для лабораторных исследований. Целый ряд нарушений, огромный список был обнаружен. И в отделении онкогематологии была выявлена низкая обеспеченность антисептиками и изделиями медицинского назначения. Так называемая экономия осуществлялась медперсоналом. Зачем они экономили, собственно, расходные материалы и медицинские инструментарии, ну, осталось неясным. По данным официальной документации, которую мы получили из этой медицинской организации, обеспеченность онкогематологического отделения составила средствами для обработки рук 51% от необходимого объема, средствами для обработки инъекционного поля 50% от необходимого объема, одноразовыми лотками 3%, универсальными заглушками для катетеров 38%. Но в действительности дефицит был медицинских изделий, медицинского назначения еще выше, поскольку не все парентеральные манипуляции учитывались и отражались в медицинской документации. Так, по данным нашего запроса официального, медицинская организация ответила, что этим детям, ну, в конкретном вот этом 2018 году было установлено 114 периферических сосудистых катетеров, а когда мы подняли оборотно-сальдовую ведомость, то мы увидели, что использовано там 517 катетеров сосудистых. То есть в действительности, конечно, речь шла о более серьезных нарушениях и о более серьезном дефиците. И молекулярно-биологическими методами исследования нами была подтверждена эпидемиологическая связь между более чем 97% всех случаев заражения детей вирусным гепатитом С генотипа 3А. Причем нами были установлены в полном объеме все эпидемиологические критерии инфицирования детей при оказании медицинской помощи, которые у нас содержатся в санитарных правилах. Тогда еще это были санитарные правила профилактика вирусного гепатита. Но на текущий момент это санитарные правила обновленные по инфекционным болезням. Но, в общем, те же критерии содержатся и в новых санитарных правилах. А какие это критерии? Это одновременное пребывание в медицинской организации, получение одноименных медицинских манипуляций, обслуживание одним и тем же медицинским персоналом в отделении, выявление у пациентов маркеров вирусного гепатита С не ранее, чем через 14 дней, но не позднее 180 дней с момента обращения в медицинскую организацию. При этом этот маркер отсутствовал при обращении, ну или выявлялось РНК вируса гепатита С. Возникновение групповых заболеваний гепатитом С или массовое выявление маркеров гепатита С у пациентов, одновременно находившихся в медицинской организации и получавших одноименные медицинские манипуляции. Ну и, соответственно, подтверждение эпидемиологической связи молекулярно-биологическими методами. Причем нужно сказать, что все критерии были выполнены, в то время как, в общем, требуется выполнение только одного критерия. Мы выявили три эпизода с последовательно или параллельно реализованным артифициальным путем передачи инфекции вирусным гепатитом С в этой медицинской организации. Основной эпизод эпидемического процесса с последовательной передачей реализовывался в период с 2000 по 2018 годы. В гематологическом, по другим документам он называлось это отделение онкогематологическим медицинской этой организации. И здесь было инфицировано как минимум 164 ребенка генотипом 3А вирусного гепатита С. Два ребенка были инфицированы тем же штаммом вируса, но в другом, в хирургическом отделении, потому что ранее из нашего онкогематологического отделения туда переводились дети для оказания хирургической помощи. И два ребенка были параллельно инфицированы вирусным гепатитом С генотипа 1Б в период 2008-2009 года в том же онкогематологическом отделении этой медицинской организации. Посмотрите, пожалуйста, на этой диаграмме сроки госпитализации детей, сроки выявления у них маркеров вирусного гепатита С. Здесь показаны зеленым или желтым цветом сроки госпитализации, ну, в различные дни различных месяцев. Вы видите, что эти дети постоянно, повторно госпитализировались в эту медицинскую организацию. Зеленые вот эти ячейки, они означают госпитализации с отрицательными маркерами обследования на вирусный гепатит С.
А желтые, когда становятся ячейки, это означает, что с этого времени у этих детей выявлялись уже маркеры вирусного гепатита С. И вы можете видеть, что дети через некоторое время получали положительные результаты обследования на вирусный гепатит С и продолжали госпитализироваться в эту медицинскую организацию. Все эти дети при первичном обращении не имели признаки клинических лабораторных маркеров вирусного гепатита С. И на одного пациента в среднем приходилось 3 госпитализации, причем продолжительность была очень различной. От одних суток, когда на какие-то инструментальные лабораторные исследования ребенка госпитализировали, до 1 года. Вот 1 год, один из детей, вот вы видите здесь желтый такой непрерывный цвет, ребенок очень долго находился в этой медицинской организации, конечно, он инфицировался гепатитом С. Причем мы посмотрели по ретроспективным данным, посмотрите, оказалось, что среди госпитализированных детей в 2000-2004 году единичные случаи заболевания регистрировались вирусным гепатитом С. Но вот начиная с 2012 года мы все абсолютно обработали карты госпитализированных, и оказалось, что в 2012 году 15% уже было детей, больных гепатитом С, среди госпитализированных. А к 2018 году уже до трети увеличилась доля детей, больных гепатитом С, среди детей, госпитализированных в эту медицинскую организацию, в это конкретное отделение. Причем в отдельные месяцы до половины госпитализированных детей уже были больны гепатитом С. Вот на этом слайде вы можете видеть результаты анализа эпидемиологической связи с помощью молекулярно-биологических методов исследования. 2 региона нами были изучены. Ну и невооруженным глазом видно, что дети, конечно, наши пострадавшие, объединяются все в один кластер. Мы не у всех детей сумели выявить РНК вирусного гепатита С. Некоторые дети были пролечены, у кого-то наступило излечение. Но у фактически тех детей, которых мы проанализировали, у подавляющего большинства детей мы как раз выявили генотип 3А вирусного гепатита С. И все они объединились в общий монофилитический кластер. Образцы лишь 2 детей не имели эпидемиологической связи ни с одним из изученных нами образцов, потому что штаммы гепатита С генотипа 1Б, они также объединились в отдельную цепь. Ну вот, собственно, по принципу молекулярной эпидемиологии вот таким образом при филогенетическом анализе выглядит эта связь, и, собственно, ровно такую картину мы видим, если мы отдельно посмотрим на наш этот монофилетический кластер детей, зараженных в этом онкогематологическом отделении. Если говорить о распределении возможных факторов передачи вирусного гепатита С среди инфицированных детей, то все практически 100% детей этих получали медицинские манипуляции в виде забора крови для лабораторных исследований, а также всем этим детям проводилась установка, использование и уход за внутрисосудистыми катетерами. Ну, в основном периферические катетеры, у некоторых центральные катетеры были установлены. И, конечно, эти именно манипуляции, которые осуществлялись очень часто, в ежедневном режиме практически эти манипуляции парентеральные осуществлялись, они были наиболее рискованными. Ну, все остальные манипуляции также имели определенное значение для передачи вирусного гепатита С при оказании медицинской помощи, но они, в общем, были менее значимы. По данным акта эпидемиологического расследования, ключевыми причинами заражения вирусным гепатитом С в онкогематологическом отделении АО ДКБ являлись грубые нарушения требований санитарного законодательства, а в частности использование нестерильного медицинского инструментария и расходных материалов, прежде всего имея в виду инструментарий и расходные материалы для ухода за внутрисосудистыми катетерами. И здесь отдельным таким фактором было повторное использование заглушек для катетера, который медперсонал уносил в процедурный кабинет, потом приносил обратно и возвращал на место, ну, неизвестно каким детям.
А также, вероятно, играл роль контаминированный физиологический раствор или гепринизированный раствор во флаконах и другой медицинский инструментарий, расходные материалы для процедуры ухода за сосудистыми катетерами. Ну, кроме этого, конечно, и не исключено повторное применение другого медицинского инструментария, включая шприцы, инфузионные системы, ланцеты, другой инструментарий. А также могли играть роль и руки медперсонала, которые не обрабатывают надлежащим образом, и перчатки не менялись. Причем условиями, конечно, способствующими для формирования этого хронического очага было отсутствие контроля со стороны руководства, непринятие организационных профилактических противоэпидемических мероприятий, не подача экстренных извещений в территориальное управление Роспотребнадзора многолетнее, эти случаи не расследовались и надлежащие меры не применялись. И довольно долго территориальному управлению не удавалось наладить работу, потому что руководство и медперсонал отрицал возможность вспышки, отрицал свою вину в этих нарушениях. Ну, по результатам расследования мы поставили следующий эпидемиологический диагноз, что это хронический очаг с множественными случаями заболеваний вирусным гепатитом С. На текущий момент установлено 169 пострадавших, и 23 активно были выявлены в процессе эпидрасследования. Возбудителем являлся вирус гепатита С, генотипа 3А как ведущего, и генотипа 1Б как дополнительного. Три случая мы обнаружили и вторым генотипом зараженных. И наиболее вероятным источником вирусного гепатита С в этой медицинской организации был ребенок 95-го года рождения, который получал медицинскую помощь с 1996 по 2013 год. 5 эпизодов госпитализации этот ребенок имел. Мы полагаем, что этот ребенок как раз был инфицирован при гемотрансфузии, и в дальнейшем уже заражение происходило в ходе множественных повторных госпитализаций через цепочку случаев передачи инфекции. Механизм передачи артифициальный при инвазивных медицинских вмешательствах, и факторами передачи были медицинские инструментарии, расходные материалы, контаминированные кровью больных детей. Мы обследовали не всех контактных, поэтому количество пострадавших может еще и увеличиться. По результатам расследования были приняты меры, ну, в частности, конечно, проводились противоэпидемические и профилактические мероприятия, прежде всего, в этой организации. Роспотребнадзором было направлено письмо в субъекты Российской Федерации с информацией по этому случаю, а также разработан и направлен в Теруправление алгоритм оценки факторов риска заражения инфекцией с парторальным путем передачи в медицинских организациях. Правительством Амурской области была утверждена долгосрочная межведомственная программа по лечению вирусного гепатита С и реабилитации пострадавших детей. Это многомиллионная программа, которая продолжает реализовываться. Пока очень небольшое количество детей излечены от гепатита С, и эта работа, в общем, запланирована на многие годы вперед, поскольку дети эти очень небольшого возраста, они по-прежнему продолжают нуждаться в лечении. Судами Амурской области по состоянию на вот сегодняшний день, здесь сентябрь написано, нет, мы сегодня как раз обновили данные, удовлетворен 81 гражданский иск о защите прав потребителей и взыскано 55 почти миллионов рублей в пользу пострадавших детей, один еще иск на рассмотрении находится. Сейчас мы разработали методические рекомендации, вот этот случай, собственно, был стимулом к разработке этих рекомендаций, использование генотипирования и филогенетического анализа при проведении эпидемиологического расследования случаев ВИЧ-инфекции и гепатита С. И Следственным комитетом завершено было уголовное дело, передано в суд, но вот в январе 2021 года Благовещенский суд вынес решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечение к уголовной ответственности по ходатайству защиты пострадавших. Это было сделано, и уголовное дело было прекращено, но по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть подсудимые медицинские работники уволились из медицинской организации и отказались от борьбы за оправдательный приговор. Таким образом, это дело для них завершилось. Но для пострадавших детей оно продолжается, и эти дети по-прежнему страдают от заболевания и нуждаются в нашей помощи и поддержке. И я, в общем, призываю всех слушателей оказывать такую помощь в тех случаях, когда мы обнаруживаем детей или других, собственно, пациентов, возможно, заражение которых связано было с медицинскими
услугами. И я думаю, что это наша обязанность такую помощь оказывать этим людям. У нас огромный, в общем, коллектив был, и я очень благодарю всех людей, которые принимали участие в этой работе. И также спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Наталья Николаевна, за столь интересный и важный доклад. Это действительно очень поучительная вспышка и с точки зрения самой вспышки, с точки зрения отношения к пострадавшим детям. И вообще методология, конечно, она очень интересная. И высказанные эпидемиологические гипотезы, их обоснования. Все, вы знаете, я поздравляю коллектив с такой прекрасной работой. Спасибо большое. Если спасибо большое. Вопросы, то тогда вам будут они направлены. Спасибо. Давайте мы отвечу на вопрос. Попросим ответить. Значит, таким образом мы исчерпали повестку сегодняшнего нашего первой сессии нашего совещания. Но, к сожалению, мы перебирали время, и я сейчас тогда передаю уже слово ведущему Карен Кареновичу Кюрегяну, который проведет вторую сессию гепатит Б, С, Дельта и А, эпидемиология и надзор за вирусными гепатитами. Пожалуйста, Карен Каренович.